4 марта 1917 года в Мариинском дворце состоялось заседание нового русского правительства в полном его составе. Немедленно же было отправлено по всем войскам фронта и тыла ниже следующее оповещение. 2 сего марта последовало отречение от престола государя-императора Николая II за себя и своего сына в пользу великого князя Михаила Александровича. 3 марта Михаил Александрович отказался воспринять верховную власть впредь до определения учредительным собранием формы правления и призвал население подчиниться временному правительству. Русский философ и революционер Борис Яковенко продолжал писать свою книгу, ставшую одной из первых посвященных русской революции 1917 года. В марте 1917 года завершилась 300-летняя история императорского дома Романовых. В России произошел государственный переворот, известный как Февральская революция. Каким будет новое государственное устройство державы? Останется ли она монархией или станет республикой? На эти вопросы предстояло ответить депутатам учредительного собрания. Выборы этих народных представителей должны были пройти по всей бывшей империи, а затем им предстояло встретиться в Петрограде, чтобы определить будущее государства. До этого власть в стране оставалась в руках так называемого временного правительства. Временное правительство – высший исполнительно-распорядительный и законодательный орган государственной власти в России после Февральской революции. Временное правительство существовало фактически в условиях двоевластия с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Свершившаяся революция вызвала волну восторга у многих жителей столицы и других городов. Воздух свободы настолько пьянил, что порой забывались и война, и холод. В эти дни никто не мог бы предположить, что новая власть не продержится и года. Но реальность неизменно напоминала о себе. А за общим празднованием уже проглядывали чувства тревоги и страх. Гудели серые от солдатских шинелей митинги, развивались красные полотнища, висели транспаранты с революционными призывами, звучали обращения «гражданин» и «товарищ», гремели революционные песни. Вместе с полицейскими и дворниками с улиц исчезли порядок и чистота. Революционные массы мусорили охотно и в волю. Теперь можно не бояться ни окрика, ни штрафа, ни ареста. Повсюду звучала нецензурная брань. Но подлинным наваждением стали семечки. Их шелухой были покрыты мостовые тротуары чуть ли не всех городов бывшей империи. Они были везде. На военных парадах, в солдатском строю и на нескончаемых митингах. Как вспоминал очевидец, от постоянного лузганья семечек стоял шум, напоминающий налет саранчи.
Па, ну что ты не спишь? Па! Со стороны современники видели в этой привычке что-то сродни нервному недугу, в котором было и проявление страха перед будущим, и стремление отвлечься, чем-то занять себя в бесконечных очередях за хлебом или другими продуктами. Митингам и собраниям прямо-таки не было числа. Собирались все, кто только мог, и все в той или иной форме выносили резолюции приветствия и поддержки Временному правительству и наилучшие пожелания его устроительной деятельности. Само Временное правительство переехало в Мариинский дворец, в здание бывшего Государственного совета. В те весенние дни в его составе собрались властители умов тогдашней русской общественности. И в первую очередь интеллигенции. В честности и добрых намерениях министров не сомневался никто. Сложнее обстояло дело с воплощением их прекрасных идей в жизнь. Сбывались самые мрачные опасения императора Николая II. Посол Франции в России Морис Палеолог так написал о новых правителях. «Ни один из людей, стоящих в настоящее время у власти, не обладает ни политическим кругозором, ни решительностью, ни бесстрашием и смелостью, которых требует столь ужасное положение. Одно и то же впечатление патриотизма, ума, честности остается от всех. Но какой у них обессиленный вид от утомления и забот? Задача, которую они взяли на себя, явно превосходит их силы». Председателем Временного правительства и министром внутренних дел стал князь Георгий Львов. Курьезный факт. На смену царям из рода Романовых пришел представитель старой царской династии Рюриковичей. Львовы были потомками древних смоленских и ярославских князей. Министром иностранных дел стал историк и публицист Павел Милюков. Должность военного и морского министра занял еще один любимец либеральной общественности – Александр Гучков. Ему предстояло отвечать за подготовку русской армии, которая третий год вела тяжелейшую войну, которая войдет в историю как Первая мировая. Портфель министра финансов получил Михаил Терещенко – крупный украинский сахарозаводчик, миллионер и меценат. А министром юстиции стал стремительно набиравший популярность Александр Керенский. Временное правительство отстранило всех царских губернаторов и вице-губернаторов. Их место заняли губернские комиссары. Была законодательно запрещена цензура. Отменены национальные и религиозные ограничения на свободу передвижения, поступление на службу и учебу. Принят закон о свободе собраний и союзов. Казалось, что в России наступает эра свободы, равенства и братства, которую так ждала русская интеллигенция. И никого не смущали странные акции и мероприятия, которыми сопровождался приход этой новой эры. В церквях пели многое лето Временному правительству, а по всей стране проходили так называемые «дни свободы» или праздники перехода к новому строю. В городах разворачивались целые театрализованные действа с оркестрами и военными парадами. Служились особые молебны о даровании России свободы. Эти невиданные зрелища длились иногда по 10 часов и собирали огромные толпы народа. Сопровождались они коллективным пением революционных песен. Порой эти праздники походили на массовое сумасшествие. В Липецке, например, под хоровое пение был предан огню специально изготовленный черный гроб с надписью «Вечное проклятие дому Романовых». После сожжения гроба солдаты с музыкой, красными флагами и революционными плакатами прошли по городу. Дни свободы часто совмещали с похоронами тех, кто погиб во время уличных беспорядков. 23 марта на Марсовом поле в Петрограде в траурных колоннах шли несколько сотен тысяч человек. Гробы опускали в огромные братские могилы под залпы орудий Петропавловской крепости. Участвовали в церемонии представители Временного правительства, а военный министр Гучков даже встал перед могилами на колени и перекрестился.
Общая возбужденная атмосфера приводила и к конфликтам. Во время такого праздника в Кронштадте, где в дни революции было убито много офицеров, матрос с криком «Революцию с Богом не сделать!» ударил священника прикладом. Другой матрос избил диакона. Тот осмелился предложить похоронить офицеров, которых замучили матросы. Но основной удар ненависти приняли на себя памятники. Бахчисарай и революционно настроенные солдаты устроили погром в воспетом Пушкином дворце и разрушили памятник 300-летию дома Романовых. В Феодосии монумент императору Александру III, умершему более 20 лет назад, зачем-то обклеили плакатами с надписью «Позор». В Киеве центр города украшал памятник трагически погибшему премьер-министру России Петру Столыпину. Над скульптурой устроили суд и приговорили ни много ни мало к смертной казни. После этого на шею бронзовому Столыпину накинули веревку и повесили. Потом скульптуру сорвали с монумента и уволокли с центральной площади Киева. Подобные представления приводили уличную публику в восторг. Но у большинства жителей они вызывали разумное недоумение и страх. От новой власти ждали не только свободы, но и порядка. Однако период эйфории прошел, а хаос в стране только усиливался. Отчасти в этом было виновато правительство. Но куда большую роль в охвативших страну разрушительных процессах сыграл параллельный орган власти – Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В руководство совета входили и те, кто в феврале организовывал стачки и беспорядки на улицах – Гвоздев, Богданов и бывший депутат Думы Скобелев, и другие либералы и социалисты. Возглавлял Петроградский совет Николай Чхиидзе. Николай Семенович Чхиидзе из грузинской дворянской семьи, депутат Госдумы от фракции меньшевиков, совместно с Гвоздевым и Богдановым стал одним из организаторов Петроградского совета рабочих депутатов. При этом его, как и других, никто в совет не выбирал. Возглавлял руководящие органы совета. Совет на словах признал временное правительство, но сразу же вступил с ним в борьбу, претендуя на власть в стране. А принятый советом приказ номер один давал возможность лишить временное правительство вооруженной силы. Приказ номер один издан Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов 1 марта 1917 года. Приказом предписывалось немедленно создать в воинских частях выборные комитеты из солдат и матросов. Все военнослужащие отныне подчинялись не своим офицерам, а только этим комитетам. Кроме того, у офицеров отбиралось оружие. Любые приказы командования рассматривались комитетами, которые и выносили решение, следует выполнять данный приказ или нет. Документ был напечатан колоссальным тиражом – 9 миллионов экземпляров. Приказ номер один нанес сокрушительный удар по дисциплине в воюющей армии. Солдаты отказывались идти в атаку, приказания офицеров игнорировались, а воинские части превращались в сборище вооруженных людей. Это вызывало негодование офицеров и военачальников, многие из которых все больше становились на сторону контрреволюционных сил, то есть против советов. В своей борьбе с текущей властью деятели советов опускались до откровенной демагогии, давая невыполнимые обещания населению и солдатам и обвиняя временное правительство в реакционности и контрреволюции. При этом сами советы не несли вообще никакой ответственности за положение дел в стране. Но за ними стояла вооруженная масса людей на улицах городов, и с ними приходилось считаться. Для контроля за деятельностью Временного правительства Петросовет создал так называемую «контактную комиссию исполкома», все пожелания которой удовлетворялись министрами незамедлительно. В России образовалась крайне опасная для страны система двоевластия. С одной стороны Временное правительство, с другой – Советы. Причем правительство оказалось в положении слабейшей, постоянно отстающей и во всем виноватой стороны. В свою очередь и на советы, и на правительство оказывали давление многочисленные политические партии и группы. Одной из самых непримиримых из них были большевики. В их лице Петроградский совет получил опасного противника. Большевики –
Экстремистское крыло Российской социал-демократической рабочей партии во главе с Владимиром Ульяновым Лениным, которое образовалось после ее раскола на фракции большевиков и меньшевиков. Со временем на сторону Ленина перешли и некоторые меньшевики, такие как Лев Троцкий и другие. После падения монархии в стране появилось просто немыслимое количество различных партий и групп. Самые влиятельные из них – кадеты, эсеры, меньшевики, большевики и различные группы анархистов. Кадеты были единственной силой из дореволюционных партий, сохранившей остатки влияния. Теперь они назывались «Партией народной свободы». Но после революции власть над умами безраздельно принадлежала различным социалистическим партиям. Лидером среди них стали социалисты и революционеры, или эсеры. В 1917 году их численность достигла рекордного числа – около миллиона человек. Популярной была Российская социал-демократическая рабочая партия меньшевиков. Программы меньшевиков и эсеров были похожи – передел земли, республиканский строй, федеративное устройство России. Эсеры имели большое влияние в крестьянской среде, меньшевики среди рабочих. А вот социал-демократическая рабочая партия большевиков весной 1917 года сколь-нибудь серьезным влиянием не пользовалась. Почти все ее лидеры находились в ссылках, тюрьмах или эмиграции. Ситуация стала меняться после амнистии. Бывшие узники торжественно покидали места заключения на двух специальных поездах. На станциях их встречали митингами, оркестрами и красными знаменами. Прибывали большевики и из-за рубежа. В апреле в пломбированном вагоне из Швейцарии транзитом через враждебную Германию и нейтральную Швецию в Петроград приехал лидер большевиков Владимир Ульянов – Ленин. На финляндском вокзале его встречали почетный караул и питерские рабочие из его сторонников. Ленин забрался на броневик и выступил с речью, которую закончил призывом: «Да здравствует социалистическая революция!» Затем он направился в штаб большевиков, расположившийся в захваченном особняке, который ранее принадлежал знаменитой балерине Матильде Кшесинской. Здесь Ленин призвал своих соратников немедленно начать подготовку к свержению временного правительства. Эти заявления звучали пугающе радикально. Но еще до приезда Ленина в Россию Керенский на заседании правительства произнес правительские слова. А вот погодите, сам Ленин едет. Вот когда начнется по-настоящему. Керенский был моложе Ленина на 11 лет. Оба они уроженцы города Симбирска, причем Владимир Ленин закончил гимназию, которой руководил отец Керенского. Керенский много знал и о Ленине, и о его энергии, и о методах революционной борьбы. С его приездом все действительно началось по-настоящему. Ситуация, в которой оказались большевики после февральских событий, была непростой. Их влияние на рабочих и солдат было незначительно. Ни во временном правительстве, ни в руководстве советов большевиков не было вовсе. Но Ленин понимал и всю шаткость положения своих противников, а потому придерживался следующей тактики. С одной стороны, беспощадно критиковать любые действия и правительства, и советов. С другой – приложить все силы, чтобы получить влияние в советах, захватить в них руководство, а затем, используя солдат и рабочих, поддерживающих советы, арестовать временное правительство и захватить власть. Для выполнения этой программы предстояла огромная работа по агитации среди рабочих и солдат, требующая немалых средств. В условиях отсутствия радиовещания и телевидения основными средствами массовой информации оставались печатные органы, а также выступления агитаторов на митингах. Тот, кто платил больше за печатную продукцию, тот, кто перекупал агитаторов и ораторов на митингах, тот и поднимал рейтинг своей политической партии. Все силы и средства большевиков были брошены на эту работу. По мнению ряда исследователей, решающую роль в этой борьбе сыграли материальные средства, поступавшие большевикам из Германии, а также печатная продукция, которая выпускалась немецкими и шведскими типографиями. Кроме того, именно большевики предлагали самые высокие гонорары агитаторам за выступления на митингах.
самого начала Первой мировой Ленин выступал сторонником поражения России в войне. Это позволило немецкому министерству иностранных дел и разведке Германии делать определенную ставку на большевиков-ленинцев, которые содействовали бы выводу России из войны. В этом случае положение Германии, воюющей на два фронта, существенно облегчалось. Поэтому Германия дала разрешение на проезд Ленина через ее территорию. 8 апреля один из руководителей немецкой разведки в Стокгольме телеграфировал в МИД в Берлин. «Приезд Ленина в Россию успешен. Он работает совершенно так, как мы этого хотели бы». Германия не жалела денег на так называемую мирную пропаганду в воюющих против нее странах. Так, по данным британского историка Джонатана Смила, к концу 1917-го расходы Германии на организацию беспорядков в России составили приблизительно 30 миллионов марок. Тем не менее, вопрос о финансировании большевиков Германии до сих пор остается предметом дискуссии. День за днем влияние большевиков в Петрограде росло. Вскоре в Россию из Соединенных Штатов Америки вернулся Лев Троцкий. Лев Давидович Троцкий, сын крупного землевладельца Давида Бранштейна. С юных лет участвовал в революционном движении, изучал марксизм, занимался журналистикой. Во время русской революции 1905-1907 годов стал одним из руководителей Петроградского совета, был арестован и приговорен к ссылке на поселение в Сибирь. Но по дороге сбежал и уехал в эмиграцию. После возвращения в Россию Троцкий вначале был лидером маленькой фракции так называемых социалистов-межрайонцев, которые выступали за объединение меньшевиков и большевиков. Но свою судьбу он уже связывал с Лениным и большевистской партией. Едва приехав в Россию, Троцкий выступил в Совете рабочих и солдатских депутатов и заявил: «Русская революция — это пролог к революции мировой. Я думаю, что следующий ваш шаг — это будет передача власти всецело в руки Советов рабочих и солдатских депутатов». Эти слова прозвучали объявлением войны Временному правительству. Тем временем в середине апреля следователь Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства Павел Александрович Александров открыл производство уголовного дела против большевиков по подозрению в связях с германскими спецслужбами. Основанием послужили ряд перехваченных писем и телеграмм Ленина и его соратников за границу. Им планировали предъявить обвинения в шпионаже и содействии Германии сразу по трем статьям уголовного уложения Российской империи. Следствие приступило к сбору материалов, но угроза ареста нависла над всем большевистским штабом. Обстановка в стране накалялась. Временное правительство проигрывало борьбу с Петроградским советом, но в то же время боялось атаки со стороны сил контрреволюции и в первую очередь военных. В русской армии началась массовая чистка, главным инициатором которой стал военный министр Гучков. Каждый старший военачальник должен был получить специальную аттестацию, которую выдавали доверенные лица Гучкова. Эти документы в среде военных получили название «мерзавки». На основании таких аттестаций только в марте 1917 года своих должностей лишилось 60% высшего командного состава. Среди них 8 командующих фронтами и командующих армиями, 35 командиров корпусов и 75 начальников дивизий. Для армии, которая вела тяжелую войну, это было совершенно недопустимо, что и привело к тяжелым последствиям на фронте. Одним из первых из армии уволили командующего 3-м кавалерийским корпусом Федора Келлера, генерала от кавалерии, героя войны, прозванного «Первой шашкой России». 6 марта Келлер отправил отрекшемуся императору Николаю II телеграмму с просьбой не покидать престол. Генерал отказался присягать Временному правительству, заявив: «Я христианин и думаю, что грешно менять присягу.
Телеграмма была перехвачена и перенаправлена Гучкову, который и приказал отправить Келлера в отставку. Келлер Федор Артурович. Генерал от кавалерии, герой русско-турецкой и Первой мировой войн. Кавалер солдатских георгиевских крестов и нескольких высших орденов Российской империи. В 1918 году с отрядом из 30 офицеров защищал Киев от петлюровцев. Взят в плен и предательски убит. Стал прототипом полковника Найтурса в романе Михаила Булгакова «Белая гвардия». Правительство не верило в лояльность старших офицеров, к тому же боялось услышать обвинения в предательстве революции, а потому шло на поводу у солдатских масс. Чистка в армии сопровождалась арестами офицеров и доносами. К обычным в военное время поискам шпионов добавились и обвинения в контрреволюционной деятельности. Вы арестованы. Подливали масло в огонь и газеты. Сначала они пугали близким немецким наступлением, которое задушит революцию, а затем клялись, что русская революция не отступит перед тевтонскими штыками и не отдаст политых кровью завоеваний. Эта газетная истерия дала свои результаты. К Таврическому дворцу явился Волынский полк и потребовал войны до победного конца. С транспарантов и знамен митингующих кричали надписи: «Не забывайте своих братьев в окопах! Война до полной победы! Да здравствует Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов!» Такие же манифестации провели и другие гвардейские полки – Павловский, Семеновский, Литовский. Но ситуация в армии день ото дня становилась хуже, и митингами ее было не поправить. Массовая чистка командного состава только усугубила положение. Попытки отменить приказ номер один ни к чему не привели. Гучкову удалось добиться от исполкома Петроградского совета издания приказа номер два, который уточнял, что положения приказа номер один распространяются только на тыловые части. Но солдаты на фронте об этом не захотели и слушать. Приказы командиров по-прежнему обсуждались в комитетах, а за восстановление дисциплины совет бороться не стал. В это время в Петроград прибыл командир уссурийской казачьей дивизии генерал Крымов. Ранее он был одним из лидеров военной оппозиции, вместе с Гучковым замышлявший государственный переворот. Гучков вручил Крымову командование 3-м конным корпусом, которым ранее командовал генерал Келлер. Теперь же Крымов привез в революционную столицу свой план – навести порядок в течение 2 дней и силами одной дивизии. Львов и Гучков рискованную затею поддержать не решились. И Крымов, получив повышение в должности, отправился назад на фронт. Но идея установления в России военной диктатуры в некоторых умах с тех пор поселилась прочно. Не прошло и месяца после отречения императора. В стране должны были начаться выборы депутатов в учредительное собрание. Этот высший государственный орган и должен был определить будущее устройство державы. И решить, будет ли Россия республикой или останется монархией. Но к этому времени уже сформировались основные политические силы, вступившие в схватку за власть. Временное правительство, которое не спешило ни расставаться со своими полномочиями, ни созывать учредительное собрание, а также никому не подчиняющиеся советы рабочих и солдатских депутатов. И правительство, и советы состояли в основном из эсеров и меньшевиков. Они, собственно, и были действующей властью. В оппозиции к ним стояли силы, желающие эту власть отобрать. Военные, готовые установить в стране диктатуру. Большевики во главе с Лениным. Другие партии и силы. Самым шатким было положение критикуемого со всех сторон Временного правительства. В конце апреля оно столкнулось с первым серьезным кризисом. Спровоцирован он был, казалось, ничем не примечательной дипломатической нотой Милюкова. В этом документе, адресованном союзникам России и прежде всего Франции и Великобритании, министр иностранных дел заявил, что Временное правительство будет вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников. Ничего контрреволюционного в этих словах не было. О том, что Россия будет вести войну до победы, Временное правительство заявляло не раз. Тем удивительнее оказалась реакция на ноту Милюкова.
Как только газеты опубликовали ноту, дезертиры и солдаты запасных полков, ни дня не сидевшие в окопах, повалили на улицу. Заявление Милюкова означало для них одно – скорую отправку на фронт, чего они старались избежать любой ценой. Поддержанные большевиками, запасники утверждали, что шли спасать революцию, хотя на самом деле это была лишь очередная попытка избежать передовой. Вооруженная толпа окружила Мариинский дворец, где заседало временное правительство. Настроение у министров было близким к панике. Один из них даже сказал: «Может быть, через несколько часов мы все будем сидеть в крестах или крепости». Заседание правительства подходило к концу, когда в Мариинский дворец прибыл генерал Корнилов. Корнилов Лавр Георгиевич, генерал-лейтенант, сын чиновника, записавшегося в казачье сословие. Служил в Туркестане, провел ряд разведывательных экспедиций на Востоке. Во время Первой мировой войны начальник 48-й пехотной дивизии, получивший за свою доблесть прозвище «Стальной». Попал в плен, но сумел бежать, после чего назначен командиром корпуса. С марта 1917-го командующий войсками Петроградского военного округа. Подавление восстания. Корнилов предлагал подавить выступление вооруженной силой. Генералу ответил Керенский. Лавр Георгиевич. Наша сила заключается в моральном воздействии. В моральном влиянии. И применить вооруженную силу значило бы выступить на прежний путь насильственной политики, что я считаю невозможным. Что я считаю невозможным? Тем временем к Мариинскому дворцу стягивались сторонники правительства. Появились новые лозунги. «Война до победного конца» и «Верните Ленина Вильгельму». Вечером состоялось совместное заседание Временного правительства и Петроградского совета, где социалисты потребовали отозвать ноту. Милюков отказался. Уже на следующий день на улицах начались перестрелки. Точное количество жертв неизвестно, но оно было невелико – несколько человек раненых и ни одного убитого. Однако бескровный период русской революции закончился. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Таким образом, 21 апреля на Невском проспекте пали первые жертвы междоусобной борьбы. Были пролиты капли крови свободных русских граждан, вышедших на улицу доказать свою приверженность новому строю. Под страхом вооруженной толпы правительство отправило в отставку министра иностранных дел Милюкова и военного министра Гучкова. Два политика, приложившие все силы для свершения революции, не пробыли на своих постах и месяца. Вскоре и генерал Корнилов оставил должность и отправился на фронт. Временное правительство, располагая как вооруженной, так и моральной силой, побоялось ими воспользоваться и проиграло. В результате был сформирован новый состав Временного правительства. Новым министром иностранных дел стал сахарозаводчик Терещенко. Резко усилились позиции Керенского. Он занял ключевой пост военного министра. Установившийся между правительством и Петроградским советом мир чуть было не разрушили события, произошедшие в Кронштадте. Местный совет объявил себя единственной властью в городе и отказался признавать временное правительство. Но в этот раз до кровопролития дело не дошло, и власть была восстановлена. Помимо внутриполитической борьбы, еще одной проблемой для временного правительства стал рост сепаратистских настроений в разных уголках бывшей империи. Партия Дашнак Цутюн – союз в Армении, партия Мусават – равенство в Азербайджане,
Союз горцев Кавказа и множество других национальных организаций объявили свои народы угнетенными, требуя как можно больше прав и привилегий. А созванная в Киеве Центральная Рада заявила о необходимости предоставления Украине автономии. Этот самозванный орган в первые месяцы революции неожиданно приобрел большую силу. И в середине мая делегация из Киева отправилась в столицу. Делегаты требовали от Временного правительства признать Центральную Раду высшим органом власти на Украине, а также предоставить автономию. Киевской делегации ответили отказом. Первая атака на центральную власть была отбита. А в Петрограде продолжалась зыбкая эра согласия между Временным правительством и Петроградским советом, состоящим из эсеров и меньшевиков. Начавшийся в начале июня первый Всероссийский съезд Советов принял резолюцию о доверии Временному правительству. На том же съезде был образован Всероссийский Центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов, ВЦИК, под предводительством меньшевика Николая Чхиидзе. По решению съезда Советов на 18 июня была назначена массовая манифестация. В ней приняли участие до 500 000 человек. Тут и стало заметным то влияние, которое партия Ленина приобрела всего за 2 с небольшим месяца. Демонстрация шла под большевистскими лозунгами. Совет, называвший себя представителем народа, только что выразил доверие Временному правительству. А народ вышел на улицу с лозунгом «Долой Временное правительство и 10 министров-капиталистов». По мнению эсеров и меньшевиков из Петроградского совета, остановить войну можно было лишь одним способом – победить врага. А народ скандировал «Пора кончать войну! Вся власть советам!» Доверие народа явно переходило к большевикам. Ленинская программа агитации солдат и рабочих оказалась вполне действенной. Благодаря популистским лозунгам и обещаниям большевики получали все большее воздействие и на уличные массы. А через это влияние они были близки к тому, чтобы возглавить и весь Петроградский совет. Несмотря на то, что манифестация проходила мирно, встревожилось не только руководство совета, но и временное правительство. Военный министр Керенский даже получил особые полномочия для подавления возможных беспорядков. Беспорядков не было, но серьезно обострилась проблема анархистских групп. Анархизм, от греческого «анархия» – «безвластие». Учение, основанное на теории о неограниченной свободе и равенстве прав всех людей. Анархисты отрицали необходимость существования всех типов общественной власти и государства. Движение не было однородным и состояло из различных групп, партий и кружков. Анархисты опирались на силу своих боевых отрядов. Несмотря на многие беззаконные акции анархистов, их идея о передаче заводов трудящимся пользовалась популярностью среди рабочих. К лету 1917 года анархисты захватили контроль над некоторыми профсоюзами и организовали выпуск газет. По отношению к войне и Временному правительству они занимали самую непримиримую позицию. 5 июня боевой отряд анархистов незаконно захватил типографию газеты «Русская воля». Попытки Петроградского совета вмешаться закончились безрезультатно. Анархисты заявили, что никакой совет признавать не желают. Во дворе типографии установили пулемет. Анархисты начали печатать прокламации. Министр юстиции Переверзев приказал командующему Петроградским военным округом генералу Половцеву освободить типографию. После недолгого сопротивления анархисты сдались. Захватчиков выводили под аплодисменты уличной толпы. Генерал Половцев вспоминал: «Публика, запрудившая все соседние улицы, устраивает мне бешеную овацию, как будто я взял Берлин». Напуганное этими вооруженными акциями, правительство попыталось захватить штаб анархистов, который находился на даче бывшего царского министра Дурново. Эта попытка закончилась протестами и беспорядками. Анархисты кричали «Власть душит революцию». Под этим лозунгом они подняли рабочих на демонстрации.
и те потребовали оставить штаб анархистов в покое. Начались забастовки. По городу ходили слухи о проведении карательной операции. Через несколько дней анархисты совершили налет на знаменитую тюрьму Кресты и освободили 6 своих товарищей. Ситуацией воспользовались сотни уголовников, которые сбежали из тюрьмы. После этой акции за дело вновь пришлось браться генералу Половцеву. Солдаты проникли в здание дачи и арестовали 59 анархистов. Один из них погиб при невыясненных обстоятельствах. Министру юстиции Переверзеву, который прибыл на место операции, анархисты кричали: «Товарищ министр, вы убийца!» После всех этих акций, граничащих с бандитизмом, генералу Половцеву и министру юстиции пришлось еще и оправдываться перед съездом Советов за насилие над революционерами. Погибшему анархисту устроили торжественные похороны. А спустя некоторое время всех арестованных анархистов, как ни в чем не бывало, выпустили на свободу. В Петрограде бурлила политическая жизнь, граничащая с хаосом и сумасшествием. Все министры и оппозиционеры, большевики и анархисты, решая свои политические задачи, словно забыли о том, что страна находится в состоянии войны. Должность верховного главнокомандующего армии занял генерал от кавалерии Алексей Брусилов. Он возглавлял ставку верховного командования, которая подчинялась Временному правительству и военному министру Керенскому. Петроградские советы и солдатские комитеты также пытались оказывать давление на руководство армией. В результате всех этих влияний и после принятия приказа номер 1 дисциплина и боевой дух военнослужащих снизились. Понятия воинского долга и верности присяги порой не стоили для них ничего. К октябрю численность армии достигла 10 миллионов человек, хотя на фронте находилось лишь около 20% от общего числа. А между тем командование готовило грандиозное наступление. В случае успеха Австро-Венгрия выводилась из войны, а немецкий Восточный фронт обрекался на оборону и потерю инициативы. Из-за революции запланированное на апрель наступление пришлось отложить, поскольку сменилось руководство армией. Но теперь солдаты воевать не желали вовсе. На фронт отправился сам военный министр Керенский. Он собирал митинги, выступал перед солдатами, призывал показать мощь новой революционной армии. Острословы даже прозвали Керенского «главноуговаривающим». Но своей цели военный министр добился. 18 июня после мощнейшей артиллерийской подготовки в наступление перешли 11-я и 7-я армии, наносившие главный удар в направлении на Львов. Приказ о наступлении отдавал не новый верховный главнокомандующий генерал Брусилов, а военный министр Керенский. Успешное наступление должно было стать его личной победой. Поначалу русские войска действовали успешно. Они заняли 3 линии вражеских окопов, захватили много пленных и трофеев. Немцы были поражены, они не ожидали от русских такого натиска. Но затем все застопорилось. Передовые части несли большие потери, а остальные солдаты не хотели ни воевать, ни умирать. Началось паническое бегство многих частей. Целые дивизии обращались в позорное бегство перед отдельными ротами неприятеля. Деморализованные части не слушались больше никаких приказаний и стремительно двигались на восток. Солдаты порой не только отказывались идти на позиции, но и грозили расправой своим офицерам. 2 июля за попытку остановить бегство с передовой был убит командир 22-го гренадерского суворовского полка подполковник Рыков. Главнокомандующий фронтом генерал Гутер немедленно приказал расформировать полк, но ситуацию это не исправило. С передовой бежали не все. С лучшей стороны показала себя 8-я армия генерала Корнилова. Ей удалось продвинуться на десятки километров, занять неприятельские города Галич и Калуш. Но в целом картина была удручающей.
Австрийцы и немцы, видя слабость русских войск, перешли в контрнаступление. Оно оказалось успешным. Русские войска не выдержали удара и побежали. Армия стала превращаться в неуправляемую толпу, которая сметала все препятствия на своем пути, грабила и убивала. Началось повальное дезертирство. Дезертиров ловили и вешали. Нестройные толпы отступающих войск шли среди качавшихся на деревьях и телеграфных столбах трупов своих товарищей. Последнее грандиозное наступление русской армии закончилось полным провалом. Не прошло и 4 месяцев после победы революции. Враг наступал. Армии практически не существовало. А политики в тылу вели страну к новой катастрофе. В июне 1917 года состоялось последнее наступление русской армии на фронтах Первой мировой войны, которое закончилось полным провалом. Весть об этом облетела всю Европу и быстро достигла Италии. Живший там русский философ Борис Яковенко так писал о поражении. Этот молниеносный разгром противником целого фронта, произошедший только благодаря духовному разложению, которым были объяты солдатские массы, был тяжелым непоправимым ударом по русской революции. Им начался ее внутренний распад, ее вырождение в насилие, разгром и анархию. Русская революция. Она была предметом исследования Бориса Яковенко и стала темой его книги. Революция, начавшаяся в феврале 1917 года, уже летом приблизилась к своему страшному братоубийственному финалу.
Власть в России была отдана Временному правительству, но фактически никакой власти в стране не существовало. В городах, на заводах, в военных частях были избраны советы и комитеты рабочих и солдатских депутатов. Любое решение правительства, которое не устраивало советы, немедленно ими блокировалось. Если правительство настаивало на выполнении своих требований, то советы выводили на улицы тысячи вооруженных сторонников. Полиции в стране не существовало. Войска подчинялись не своим командирам, а полковым комитетам, которые сами решали, какие приказы выполнять. В результате у власти не было ни малейших рычагов, позволявших навести в стране хотя бы подобие порядка. Такая власть была обречена на свержение. Временное правительство держалось лишь потому, что имело слишком большое число противников, которые не могли объединиться. Но достаточно было какой-либо партии взять под единоличный контроль советы и вооруженную толпу, которая советам подчинялась, и правительство перестало бы существовать. К лету 1917 года русская революция безжалостно смела с дороги истории вчерашних кумиров и властителей дум, чьи имена годами не сходили с газетных страниц. Редко кто вспоминал Родзянко, Гучкова, Милюкова. Теперь главные роли в политике играли социалисты. Эсеры, социал-демократы-меньшевики, меньшевики-интернационалисты, социал-демократы-межрайонцы, большевики и прочее, и прочее. В советах рабочих, солдатских, крестьянских и прочих депутатов заседали представители именно этих партий. Их идеи находили свой отклик и в народных массах, особенно когда речь заходила о переделе земли или прекращении войны. Все они мечтали видеть страну обновленной на свой собственный лад, но все они видели ее единой. Однако были и другие мнения. Грузинские меньшевики, армянские эсеры-дашнаки, азербайджанские мусаватисты решили обустраивать свои территории самостоятельно. Идея полной независимости широкой поддержкой пока не пользовалась. Чаще выдвигались требования национальной автономии. И громче всех о ней заявила Украинская Центральная Рада, заседавшая в Киеве. В составе Рады собралось более 700 человек. Хотя никаких полномочий представлять интересы украинского государства у них не было. В Киеве работали органы Временного правительства и свой совет депутатов. Тем не менее, именно Центральная Рада объявила себя единственной выразительницей интересов украинского народа, претендуя на власть. В начале лета 17 года Рада отправила в Петроград свою делегацию и потребовала от Временного правительства предоставить Украине автономию, а саму Раду признать высшим органом власти. Правительство отказало. Практически сразу же в Киеве был созван военный съезд. Керенский запретил его, но съезд все равно состоялся. На съезде столкнулись два направления украинского национального движения. Так называемые самостийники требовали отделения Украины и создания собственных вооруженных сил. Другую сторону представляли автономисты, выступавшие за украинскую автономию в составе российского государства. Большинство голосов в Раде оставалось за ними. 10 июня Центральная Рада приняла так называемый «Первый универсал» — нечто вроде манифеста, который некогда выпускали казацкие гетманы. Рада брала на себя ответственность за текущее состояние дел, вводила новые налоги и провозглашала, что украинский народ должен сам распоряжаться своей судьбой. Речь об отделении от России пока еще не шла. Однако было создано собственное правительство — генеральный секретариат во главе с писателем Владимиром Винниченко.
Должность секретаря по военным делам получил бывший бухгалтер Симон Петлюра. Это был прямой вызов Временному правительству. В Киев отправили трех министров – Терещенко, Керенского и Церетели. Чтобы надавить на столичных гостей и показать им мощь новой власти, Центральная Рада устроила военный парад. Реальной военной силы в ее распоряжении имелось ничтожно мало – всего два полка неполного состава, носившие имена Богдана Хмельницкого и гетмана Полубодка. Но украинские политики нашли выход. На параде солдаты шли по кругу. Промаршировав перед педагогическим музеем, где заседала Центральная Рада, они бежали на параллельную улицу и через несколько минут снова проходили парадным шагом перед гостями из Петрограда. Обмануть этой хитростью никого не удалось. Керенский и другие министры быстро сообразили, в чем дело. Но на переговорах Рада уступать не собиралась. В итоге пришли к компромиссу. Петроградские гости признавали Центральную Раду законной властью, а та соглашалась отложить вопрос автономии до созыва учредительного собрания. Центральная Рада выпустила второй универсал, где утверждала, что всегда стояла за то, чтобы не отделять Украину от России. После отъезда петроградских делегатов в Киеве вспыхнул мятеж полка имени гетмана Полубодка. Этот полк несколько раз пытались отправить на фронт, но полубодковцы отказывались, и в итоге военные власти сняли их с довольствия. Полк взбунтовался. Формально полубодковцы требовали передать всю власть Центральной Раде, но на самом деле они просто пытались избежать передовой. Мятежники заняли Киевскую крепость и военный завод «Арсенал». Их разоружили и, в конце концов, отправили на фронт. Однако в Петрограде мятеж украинского полка практически никто не заметил. В самой столице назревали куда более грозные события. Прочность временного правительства решили проверить большевики. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Анархическое брожение и большевистские покушения на государственный порядок не прекращались и не утихали. Беспорядки имели место в Ростове-на-Дону, в Старом Петергофе, в Нижнем Новгороде, в Ельце, в Рязани. И в самом Петрограде настроение продолжало оставаться самым напряженным. В это время чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства уже открыла производство уголовного дела против Ленина и большевиков и вела расследование их деятельности по подозрению в шпионаже в пользу Германии. Однако большевистское руководство оставалось на свободе. Ленин придерживался избранной тактики. Первым делом оказать влияние, а затем захватить руководство в Советах. После этого с помощью рабочих и солдатских масс, которые составляли основную силу Советов, планировалось арестовать Временное правительство и взять власть в свои руки. Если в марте 1917 года большевистское влияние в столице было почти равно нулю, то в начале лета оно заметно выросло. А в июле Ленин и большевики совершили первую попытку захвата власти. В первые дни июля на улицах Петрограда происходила непонятная и пугающая суета. Прохожие с удивлением наблюдали, как по городу носятся грузовики, заполненные вооруженными людьми. Над машинами развивались транспаранты с коротким и емким лозунгом. Первая пуля – Керенскому. В казармы зачастили агитаторы большевиков. Их слушали внимательно и с одобрением. Призывы были понятны. «Долой министров капиталистов», «Нет войне до победного конца», «Мир без аннексий и контрибуций». Солдаты столичного гарнизона воевать не хотели, а немедленный мир обещала только одна партия – большевистская. Ленин опубликовал свою работу под названием «Апрельские тезисы», где пункт о необходимости закончить войну стоял на первом месте. Имелся в программе Ленина и пункт о конфискации всех помещичьих земель. Но мир, заявлял лидер большевиков, недостижим, пока у власти временное правительство.
Самым ненадежным с точки зрения властей в Петрограде считался первый пулеметный полк, который по численности соответствовал дивизии — 11 300 солдат и 300 офицеров. Он был сформирован как учебная команда, которая раз в неделю отправляла на фронт новую маршевую роту. К отправке на передовую солдаты относились очень болезненно и воевать не желали. Располагался полк в районе Петрограда, называемом «Выборгская сторона». Здесь были сосредоточены промышленные предприятия и крупные столичные заводы. Французский журналист Клод Ане говорил о «Выборгской стороне». «Ленин и Троцкий царят здесь как господа». Близость к рабочим районам привела к тому, что солдаты постоянно подвергались социалистической агитации. В июне русская армия предприняла попытку решающего наступления на германском фронте. Но отсутствие дисциплины и единоначалия в войсках, влияние социалистов, солдатских комитетов и пацифистских настроений привело к тому, что наступление полностью провалилось. Тысячи солдат погибли буквально ни за что, в то время как в тылу царствовали большевистские идеи о прекращении войны. В те дни командование потребовало отправить на фронт несколько маршевых рот 1-го пулеметного полка. Войска на передовой захлебывались кровью, но петроградские пулеметчики расставаться с привольной жизнью в столице не хотели. Их полковой комитет принял резолюцию — на фронт не идти до тех пор, пока война не примет революционный характер. Что имелось в виду под революционным характером, никто ответить не мог. Но это давало удобный предлог отсиживаться в тылу. После принятия резолюции большевики совместно с полковым комитетом провели митинг и призвали прекратить грубейшее насилие над революционными войсками. Под насилием понималась как раз попытка отправить, наконец, пулеметчиков на передовую. Третьего июля в полку избрали революционный комитет. Он тут же отправил делегатов на столичные заводы, где солдаты выкрикивали один и тот же текст. Все трудящиеся и солдаты Петрограда уже поднялись на восстание. Одни вы медлите. Пулеметчикам поверили, и рабочие готовы были выйти на улицы. Представители полка прибыли и в Кронштадт, где на главной площади собралась огромная толпа. Моряки слушали горячие речи. «Сейчас в Петрограде, может быть, уже льется братская кровь. Неужели вы откажетесь поддержать своих товарищей? Неужели вы не выступите на защиту революции?» Так к восстанию присоединились матросы Кронштадта. Ситуация накалялась. Кровь в Петрограде не лилась, но по всему городу проходили митинги. Ораторы ругали временное правительство. От казармы к казарме перебегали какие-то люди, призывавшие к вооруженному выступлению. Ленина в городе не было. Он уехал на дачу к своему соратнику и издателю Бонч Бруевичу. Другие вожди большевиков колебались. Наконец, решили отказаться от восстания и призвать своих сторонников к спокойствию. На следующий день планировалась только мирная манифестация, о чем руководители большевиков объявили публично. В то же время они продолжали подталкивать своих сторонников к свержению правительства. Когда члену Центрального комитета большевиков Сталину позвонили из Кронштадта и спросили, брать на демонстрацию винтовки или нет, тот пошутил. «Винтовки? Вам, товарищи, виднее. Вот мы, писаки, так свое оружие, карандаш, всегда таскаем с собою. А как там вы со своим оружием, вам виднее». Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, из бедной грузинской семьи. Закончил православное духовное училище. В 16 лет поступил в Тифлисскую духовную семинарию. В это же время начал заниматься революционной деятельностью, за что был исключен из семинарии. Примкнул к большевикам и в 1905 году познакомился с Лениным. Несколько раз был арестован и приговаривался к ссылкам и тюремному заключению. В дни февральской революции уже входил в руководство большевистской партии. Вначале поддерживал временное правительство –
но после возвращения Ленина в Петроград принял его идею о проведении новой социалистической революции. По городу по-прежнему носились автомобили с вооруженными людьми. Обстановка в Петрограде становилась все тревожнее. В Таврическом дворце, забитом до отказа солдатами и вооруженными рабочими, с утра до ночи заседал Центральный исполнительный комитет съезда Советов. Выступали депутаты, выступали представители полков, выступали делегаты заводов. Все хотели спасать революцию. Противники большевиков резонно полагали, что новое восстание сметет их вместе с временным правительством. При этом само правительство бездействовало. Четвертого июля матросы Кронштадта двинулись к главному штабу большевиков, бывшему особняку балерины Кшесинской. Моряков сопровождали грузовики с пулеметами, раздавались выстрелы в воздух. Дойдя до дома Кшесинской, кронштадтцы стали требовать Ленина, который уже вернулся в Петроград. Вышел к демонстрантам и произнес пылкую, но расплывчатую речь. Вождь яростно критиковал и Временное правительство, и Петроградский совет, но от прямого призыва к восстанию воздержался. Выслушав Ленина, матросы двинулись к Марсову полю. Но когда они вышли на Литейный проспект, по ним открыли огонь. Кронштадтцы начали стрелять в ответ. Кто стрелял по матросам, неизвестно до сих пор. Но тогда во всем обвинили контрреволюционеров. В ближайших домах начались самочинные обыски, а кое-где и погромы. Инциденты с загадочной стрельбой произошли в тот день и в других местах. Счет убитых шел на десятки, число раненых исчислялось сотнями. Никто не понимал, что происходит. По столице распространились слухи о солдатском бунте и о казнях восставших. Солдатам якобы рубили головы и делали это казаки, которых привел с фронта Керенский. На самом деле военный министр в Петрограде отсутствовал, а остальные министры вели себя пассивно. Правительство сначала пряталось на квартире премьера князя Львова, а потом в штабе Петроградского военного округа. Официально считалось, что министры проводят очередные заседания, но ни для кого не было секретом, что они попросту ищут защиты у командующего военным округом генерала Половцева, хотя надежных войск в его распоряжении было совсем мало. Между тем события развивались стремительно. К 4 часам дня разъяренная толпа кронштадтских матросов добралась до Таврического дворца. Ситуация складывалась абсурдная. Моряки выступали за передачу всей власти советам, и при этом готовились разгромить Петроградский совет. А защищали его солдаты 1-го пулеметного полка, ставшие зачинщиками всего происходящего. Столкновения, однако, не произошло. После недолгого колебания пулеметчики объединились с матросами. Ворвавшись в здание, кронштадтцы захватили министра земледелия и представителя партии эсеров Виктора Чернова. Толпа готова была разорвать его. Но в дело вмешался Лев Троцкий,
который произнес пламенную речь. «Товарищи кронштадтцы, краса и гордость русской революции! Я убежден, что никто не омрачит нашего сегодняшнего праздника, нашего торжественного смотра сил революции ненужными арестами. Кто тут за насилие? Пусть поднимет руку». Пока Троцкий общался с моряками, Чернова успели увести. Жизнь министра была спасена. Вечером командующий округом генерал Половцев получил от Керенского приказ прекратить беспорядки. Но войску генерала было явно недостаточно. Все это поразительно напоминало дни февральской революции. Безвольное правительство, отсутствие верных ему сил, огромный город во власти вооруженной толпы. Власть снова валялась под ногами. Но на следующий день все вдруг переменилось. Утром 5 июля Временное правительство обнародовало убийственную информацию. Предводители большевиков во главе с Лениным являются немецкими шпионами и получают деньги от германской разведки. Достоверность сведений у многих вызывала сомнения, и практически все газеты отказались печатать эти разоблачения. Согласилась только одна – газета «Живое слово», имевшая устойчивую репутацию представителя «желтой прессы». Были приняты меры и силами правопорядка. 8 июля Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина, Зиновьева и других видных большевиков по обвинению в государственной измене и организации вооруженного восстания. Через два дня была создана особая следственная комиссия для расследования степени участия в восстании войск гарнизонов Петрограда и его окрестностей. Одновременно прокурор Петроградской судебной палаты поручил следователю по особо важным делам приступить к производству следствия о восстании 3-5 июля по признакам преступления, предусмотренного 100 и 108 статьями уголовного уложения. Фактически это было продолжением уголовного дела, открытого против большевиков еще в апреле. Ленин и большевики не были германскими шпионами в прямом смысле слова. Речь шла лишь о совпадении интересов Германии и большевиков. И те, и другие стремились к поражению России в войне. Тем не менее, большинство исследователей считают, что германское правительство действительно финансировало большевиков по нескольким каналам. Первый – через Александра Парвуса, Александр Львович Гельфанд, который сотрудничал с германскими спецслужбами и доверенными лицами Ленина. Второй источник – через посредничество швейцарского социал-демократа и германо-австрийского агента Карла Мора, который передавал деньги большевикам уже в 1917-18 годах. Сообщение, что Ленин, Ганецкий... После обвинения большевиков в шпионаже настроения масс стали меняться. Еще вчера многие солдаты Петроградского гарнизона были готовы поддержать большевиков. Но узнав о немецких деньгах, они спешили откреститься от предателей. Теперь генералу Половцеву стало значительно легче уговаривать солдат защищать Временное правительство. Кроме того, для наведения порядка были вызваны войска с фронта. В течение дня казавшиеся несметными толпы восставших растаяли как дым. Войска окружили штаб большевиков, дом Кшесинской. Переговоры с ними вел Сталин. Договорились, что большевики оставляют здание в обмен на право беспрепятственного выхода. В столицу прибыли фронтовые части и началось наведение порядка. С действующей армией явился Керенский. Прибывший с ним отряд уступал в численности столичному гарнизону в 40 раз, но петроградские части покорно дали себя разоружить. Солдат 1-го пулеметного полка взяли под стражу и отвели на Дворцовую площадь, где был устроен своеобразный фильтрационный лагерь. 45 зачинщиков восстания арестовали. Остальных отправили на фронт или в другие тыловые гарнизоны, подальше от столицы. Моряки укрылись в Петропавловской крепости. После переговоров они сдались.
Матросов разоружили и отослали домой в Кронштадт. Против большевистской партии начались репрессии. Руководители Российской социал-демократической рабочей партии, сокращенно РСДРП, подлежали аресту. Александр Федорович, мы просим вас изменить свои взгляды в отношении большевиков. Петроградский совет пытался их отстоять и представить пусть и заблуждающимися, но честными революционерами. В разгар дебатов с делегацией совета Керенскому принесли телеграмму. Австрогерманские войска прорвали фронт под Тернополем. Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронт разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, может быть, гибелью революционной России. Настроение частей, двинутых недавно вперед, героическими усилиями меньшинства определился резкий гибельный перелом. Наступательный прорыв быстро исчерпался. Большинство частей находятся в состоянии всеразрастающегося разложения. Теперь, надеюсь, больше не будете возражать против арестов? В Петрограде арестовали большевиков – Троцкого, Луначарского и Каменева, которого солдаты едва не растерзали. Всего аресту подлежали несколько десятков видных деятелей Российской социал-демократической рабочей партии большевиков – РСДРПБ. Напуганный Ленин в те дни говорил: «Теперь они нас перестреляют. Самый для них подходящий момент». Он почти угадал – при аресте Ленина планировали убить. Ему пришлось сменить 5 конспиративных квартир, а затем вместе с другим лидером большевиков Григорием Зиновьевым скрываться недалеко от Петрограда, в шалаше на озере Разлив. Григорий Алексеевич, дорогой, а не запалить ли-ка нам огоньку? В августе он перебрался на территорию Великого княжества Финляндского, где прятался до начала октября в Галкале, в Гельсингфорсе и в Выборге. Казалось, что с большевиками покончено навсегда. Финалом июльского восстания стали похороны казаков. 2 сотни донцов были той ничтожной силой, на которую в первые дни беспорядков мог положиться генерал Половцев. Несколько казаков заплатили за это своими жизнями. Временное правительство устроило им торжественные похороны. В дни июльского восстания погибли 20 казаков и 4 артиллериста. 70 человек было ранено. У восставших убито 16, ранено около 700 человек. У открытых гробов Керенский произнес яростную речь. Перед всеми вами я открыто заявляю, что все попытки подстрекательства к анархии и беспорядкам, откуда бы они ни проистекали, будут безжалостно пресекаться. Перед телами погибших я призываю вас поклясться, что вместе с нами вы приложите все силы, чтобы спасти государство и свободу. К автомобилю военного министра отнесли на руках. В составе Временного правительства последовали новые перестановки. В этот раз радикальные. Князь Львов ушел с поста премьер-министра и министра внутренних дел. Главой правительства стал Александр Керенский. Новый премьер-министр поселился в Зимнем дворце. Когда он покидал свою резиденцию, над ней спускали красный флаг. Так было при царе. При отъезде государя из Зимнего императорский штандарт спускался с флагштока. Керенский объезжал солдатский строй на белом жеребце из царских конюшен и передвигался на автомобиле из царского гаража. Некоторые всерьез полагали, что Александр Федорович собирается жениться на одной из дочерей Николая II и водрузить на свою голову императорскую корону.
самого императора вместе с семьей выслали из царского села в сибирский Тобольск. Керенский лично обещал Николаю, что это временно, и в декабре он сможет возвратиться. Но свою столицу последний русский царь больше не увидел никогда. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Петроградский большевистский мятеж послужил новым и могучим толчком к дальнейшему разложению порядка и организации в стране. После разгрома большевистского восстания ситуация в столице поменялась радикально. Теперь уверенно себя почувствовали сторонники твердой руки. Среди них были самые разнообразные люди. Сметенные вихрем революции политики, крупные промышленники, армейские генералы и офицеры рангом пониже. Керенский не мог бы стать вождем для этих сил. Их взоры обратились к генералу Корнилову. Лавр Георгиевич Корнилов, как никто другой, подходил для роли установителя порядка. Храбрый, популярный в войсках, он не был старорежимным ретроградом. Революции генерал скорее сочувствовал, но анархию, наступившую в стране и армии, ненавидел всем сердцем. Восьмая армия, которой он командовал, стала фактически единственной, хорошо проявившей себя во время провального июньского наступления. Летом 1917 года его назначили командующим Юго-Западным фронтом, а через две недели он уже был верховным главнокомандующим русской армии. Войска находились в плачевном состоянии, дисциплина падала, солдаты воевать отказывались, не подчинялись офицерам, а те возлагали вину за разложение на солдатские комитеты, созданные после февральской революции. Корнилов всегда оставался ярым противником комитетов и считал, что никакой политики в армии быть не должно. Возглавив фронт, он потребовал от правительства вновь ввести в армии военно-полевые суды и смертную казнь, чтобы восстановить дисциплину в войсках. В результате генерал нажил множество врагов, но и сторонников тоже приобрел немало. Часть из них была готова идти за своим вождем до конца, другие рассчитывали с его помощью выдвинуться в политические деятели высшего звена. Одним из таких был Борис Савенков. Борис Викторович Савенков – революционер, создатель и руководитель боевой организации эсеров. Участвовал в подготовке террористических актов, жертвами которых стали министр внутренних дел Российской империи Вячеслав Плеве, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и министр внутренних дел Петр Дурново. В 1906 году был приговорен к смертной казни, но бежал из заключения, жил в эмиграции. В 1917 году вернулся в Россию. Савенков был назначен комиссаром 7-й, а затем 8-й армии, потом комиссаром Юго-Западного фронта. Керенский, возглавляя военное министерство, фактически передал его под контроль Савенкова. Несмотря на прошлое боевика-террориста, Савенков презирал анархию и власть толпы, а себя видел едва ли не избавителем Родины от революционной стихии. Он стал одним из тех, кто поддержал кандидатуру Корнилова на пост верховного главнокомандующего. Сам Корнилов принял должность с оговорками. Он требовал от политиков не вмешиваться в дела военных и настаивал на реорганизации армии. Социалистические газеты встревожились. В попытках восстановить дисциплину в войсках они увидели проявление контрреволюции и призрак диктатуры. План по наведению порядка у Корнилова был. Временному правительству он представил доклад, где потребовал распространить законы военного времени на тыловые районы, ликвидировать большинство комитетов в армии и передать железные дороги под жесткий военный контроль. Его доклад сильно смахивал на ультиматум.
и отношения Корнилова с Керенским стали быстро портиться. Замысел Савенкова заставить их работать сообща оказался неудачным. Тем временем 12 августа в Москве начало работу государственное совещание. Участвовали в нем не только социалисты, но и другие политические партии и общественные организации страны. Открылось совещание в Большом театре длинной речью премьер-министра Керенского. На следующий день в Москву прибыл Корнилов. Своего главнокомандующего офицеры вынесли на привокзальную площадь на руках. Толпа кричала ему: «Спасите Россию!». Овациями встретили Корнилова и в Большом театре. Социалисты и солдаты главнокомандующему аплодировать отказались. Первые же слова вышедшего на трибуну Корнилова прозвучали тревожным набатом. «С глубокой скорбью я должен открыто заявить, что у меня нет уверенности, что русская армия без колебаний исполнит свой долг перед Родиной». Генерал перечислил основные положения своего доклада и потребовал незамедлительно принять решительные меры. Затем слово взял атаман Донского казачьего войска Калидин. Он призвал установить в стране твердую власть, способную действовать без оглядки на советы и комитеты, по сути призывая к диктатуре. Керенский в ответ заявил, что правительство давлению не поддастся. Государственное совещание закончилось ничем. Но оно показало, что раскол в стране силен, противоречия неразрешимы, а правительство крайне слабое. Московское государственное совещание было последней значительной государственной попыткой революционной власти возобладать над грозно надвигающейся политико-социальной анархией. Трагическим эпилогом к московскому совещанию стала новая катастрофа на фронте. Спустя несколько дней после закрытия совещания немцы прорвали фронт и заняли Ригу. Русская армия сдала этот важнейший город практически без сопротивления. Сражались только несколько полков и латышские стрелки. После падения Риги перед германской армией открылась дорога на Петроград. В столице решили ввести военное положение. Социалисты тут же развернули пропагандистскую кампанию в прессе. Корнилова обвиняли в том, что он сдал немцам Ригу и готовится отдать им Петроград, чтобы задушить революцию. Ситуация снова накалялась. На фронте опять начались убийства офицеров. В это же время в Казани на пороховом заводе прогремели взрывы. На военных складах было уничтожено около 12 тысяч пулеметов и почти миллион снарядов. Взлетели на воздух артиллерийские склады и в Петрограде. Организаторов не нашли. Страна все больше погружалась в хаос. Для многих в те дни единственной надеждой на спасение стал генерал Корнилов. В это время по России постоянно носились слухи о монархических заговорах. Сплетни, бродившие по стране, не подтверждались, хотя тайные соглашения на самом деле были, пусть и не монархические. Центром притяжения для недовольных служила ставка Верховного главнокомандующего. В Могилеве образовалась организация «Союз офицеров армии и флота». Цель ее была проста и понятна – военный переворот во главе с Корниловым. Существовали и другие подпольные организации. Не бездействовал и Керенский. Он отправил Савенкова в Могилев, чтобы обсудить с Корниловым ряд мер по наведению порядка и укреплению обороны столицы. Договорились, что в Петроград будут отправлены войска с фронта. Также обсуждалось формирование нового правительства. Все эти меры были согласованы с Керенским. Расставаясь с Савенковым, Корнилов сказал: «Передайте Александру Федоровичу, что я буду его всемерно поддерживать, ибо это нужно для блага Отечества». Все передам Александру Федоровичу. Честь имею.
Могилеве были уверены, что все идет как надо. Но вернувшийся в Петроград Савенков неожиданно столкнулся с сопротивлением Керенского. Подписывать привезенные ставки бумаги премьер-министр отказался. И тут на сцене появился новый персонаж. Бывший член Временного правительства Владимир Львов. Это был очень эмоциональный и впечатлительный человек. И то, что происходило в стране, действовало на него угнетающе. Львов Владимир Николаевич. Бывшему главе Временного правительства князю Львову приходился всего лишь однофамильцем. Происходил из дворянской семьи, депутат Государственной Думы. Занимал пост оберпрокурора Святейшего Синода в первом и втором составах Временного правительства и отличился раздраженным и недоброжелательным тоном по отношению к епископату Православной Церкви. В правительстве Керенского не получил никакого поста, чем был чрезвычайно обижен. Львов пришел к Керенскому, стал туманно намекать на какие-то влиятельные силы, представителем которых он якобы является, и заявил, что состав правительства нужно поменять. Керенский ничего конкретного не ответил. Однако это не помешало Львову впредь говорить, что действует он по поручению главы правительства. Владимир Николаевич отправился в Могилев, где в ставке Верховного командования встретился с Корниловым. Львов предложил главнокомандующему взять власть в свои руки, хотя обсуждать этот вопрос его никто не уполномочивал. Корнилов знал, что Керенский и Львов ранее были друзьями, и поверил ему. Генерал предложил, чтобы Керенский и Савенков прибыли в Могилев, где он сможет гарантировать их безопасность. А также пообещал Савенкову пост военного министра, а Керенскому – портфель министра юстиции. Перед отбытием в Петроград Львов поговорил с Василием Завойко, ординарцем Корнилова. Завойко сказал, что Керенского в ставке убьют, а Корнилов не сможет этому помешать. Передайте Александру Федоровичу, что ему не стоит приезжать. Ему угрожает опасность, и мы не сможем этому помешать. Что вы имеете в виду? Счастливого пути. Позднее ординарец утверждал, что пошутил, но Львов от услышанного пришел в ужас. Пока ошеломленный Львов ехал в столицу, дела шли своим чередом. Корнилов, выполняя договоренности с Савенковым, отдал приказ о формировании отдельной петроградской армии. К Петрограду перебрасывались части 3-го конного корпуса, командующего генерала Крымова, и части туземной дикой дивизии. В ставке шло обсуждение состава нового органа власти – Совета народной обороны. Ну, вот так он и сказал. Передайте Александру Федоровичу, что… Приехав в Петроград, Львов сообщил Керенскому, что Корнилов требует всей полноты власти, а жизнь самого премьера в опасности. По требованию Керенского Львов написал записку об услышанных в Могилеве требованиях. Позднее Керенский выдал эту бумажку за ультиматум Корнилова. Вы уверены, да? Пишите. Что писать? Все, что вы сейчас сказали, все пишите. Все? Все. Выслушав Львова, Керенский отправился на телеграф и связался с Корниловым. Ну, долго еще там? Корнилов подтвердил факт переговоров и попросил Керенского выехать в Могилев. Имея на руках фальшивый ультиматум и телеграмму верховного главнокомандующего, Керенский арестовал Львова и отправил его в Петропавловскую крепость. Корнилов от командования был отстранен. Историки до сих пор спорят о том, что руководило Львовым в его странных поступках. Месть Керенскому или просто помутнение рассудка? Но именно этот странный эпизод оказал решающее влияние на дальнейший ход событий, и последствия его оказались катастрофическими.
После того, как Корнилов отказался оставить свой пост, его объявили мятежником. Подчинение ему приравнивалось к государственной измене. Корнилов выпустил следующее объявление. «Русские люди! Великая Родина наша умирает! Вынуждены выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства советов действует в полном согласии с планом германского генерального штаба, одновременно с предстоящей высадкой сил на Рижском побережье убивает армию и потрясает страну изнутри. Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения великой России, и клянусь довести народ до учредительного собрания, на котором он сам решит свою судьбу». Назначенный Временным правительством новый главнокомандующий, генерал Лукомский, принять должность отказался и остался с Корниловым. От поста отказались еще несколько генералов, поддержавших мятежного генерала. Савенков перешел на сторону Керенского. Назначенный военным губернатором Петрограда, он занялся организацией отпора выступлению генерала Корнилова, которое не так давно сам же организовал. Третий конный корпус и туземная дивизия, двигавшиеся на столицу, мгновенно превратились из сил восстановления порядка в войска мятежников. И вот побольше ушиться мне, да-да, не жалею. Керенскому ничего не оставалось, как обратиться за помощью к своим политическим противникам из Петроградского совета. В столице начали раздавать оружие рабочим, многие из которых поддерживали большевиков. Партия Ленина по-прежнему находилась вне закона, но теперь получила возможность возвратиться на политическую арену. Владимир Ильич, здравствуйте. Я вам письмо принес. Ну, проходи. Ты будешь? Нет, спасибо. Что ж там пишет-то? Ну что, Гриш? Финляндия отменяется. Возвращаемся в Петроград. Тем временем войска генерала Крымова двигались к Петрограду. Продвижение шло медленно. А когда к эшелонам прибыли агитаторы и стали уговаривать казаков и кавказских горцев не становиться душителями революции, войска вообще остановились. Керенский, предлагая решить дело миром и не доводить до кровопролития, вызвал Крымова в Петроград. Тот согласился. Что произошло в кабинете во время их встречи, осталось тайной. Известно только, что Керенский обвинял генерала в мятеже и организации заговора. Однако Крымов, покинув кабинет премьер-министра, через несколько часов в квартире своего знакомого застрелился. Это самоубийство поставило точку в истории корниловского выступления. Бежать из Могилева бывший главнокомандующий отказался и был арестован. Вместе с ним арестовали его ближайших соратников. Оказался в заключении командующий Юго-Западным фронтом генерал Деникин, поддержавший Корнилова. Продержав арестованных несколько дней в Могилеве, их затем перевели в маленький белорусский город Быхов. Взят под стражу. Генерал Корнилов взят под стражу. Александр Федорович Керенский мог чувствовать себя триумфатором. Он снова, как и во время июльских событий, оказался победителем. Теперь министр-председатель Временного правительства оказался на вершине власти. Казалось, что все его враги разгромлены. Ленин скрывался, Корнилов находился под арестом. Керенский думал, что выиграл, но вокруг него продолжала бушевать революционная стихия. Еще несколько дней назад его союз с Корниловым мог навсегда похоронить большевистское движение и направить историю России в совершенно другом направлении. Парадокс истории состоял в том, что мятеж, призванный уничтожить большевистскую угрозу,
дал Ленину и его партии, возможно, последний шанс появиться на политической арене. И большевики этот шанс не упустили. В феврале 1917-го в России произошел государственный переворот. Власть перешла в руки Временного правительства, но потрясения в государстве не закончились. В июле того же года попытку переворота совершили уже большевики. После провала их восстания мятеж подняли военные во главе с генералом Корниловым. Теперь, когда и Корниловский мятеж был подавлен, Временное правительство лишилось поддержки со стороны армии и не могло ничего противопоставить набиравшим силу большевикам. Русский революционер Борис Яковенко так писал об этих днях. Главным свидетельством о полном бессилии коалиционного правительства было общее состояние страны во всех главных сферах народной жизни – экономической, административной, военной. Это состояние совершенно адекватно и точно выражалось страшными словами «развал» и анархия. Осень 17-го года выдалась ранней. Холодный дождь словно смывал последние эпизоды старой устоявшейся жизни. На улицах шли митинги, колыхались красные знамена, гремел коммунистический гимн «Интернационал», который пугал мирных граждан, утомленных революционными беспорядками. Будущее представлялось мрачным. Народ, который еще недавно интересовался только политикой, теперь был сыт ею по горло. Карманы обывателей опустошала инфляция. В сентябре правительство начало выпуск новых денежных знаков, прозванных в народе керенками. Их печатали большими листами по 40 купюр на каждом. Сначала нужное количество керенок вырезали ножницами. Потом стали расплачиваться целым листом. Затем стало не хватать уже и пачки листов. Из-за крайней простоты изготовления подделка этих денег стала массовым явлением. Сжимая в руках листы керенок, люди собирались перед магазинами и лавками. На улицах растягивались бесконечные очереди.
Несколько месяцев назад подобные хвосты у хлебных лавок стали одной из причин бунтов в российской столице. Эти возмущения вылились в февральскую революцию и привели к падению тысячелетней русской монархии. Теперь очереди стали привычной частью петроградского пейзажа. Но все чаще стояние в них оказывалось напрасным. Товаров не было, хлеба не хватало. Не помогали даже карточки. На горизонте замаячил призрак голода. Ну что, открывай. В эти смутные дни привольно и весело жилось только ворам и налетчикам. Страна буквально утонула в преступности. Бороться с ней было некому, а недавние надежды на революционное перевоспитание уголовников не оправдались. Слышь, хозяин, а есть на что твое мыло-то намазать? Хлебушек, например. Да что же это творится? Это опять одно мыло, что ли? Бессилие новых стражей порядка, народной милиции, приводило к самосудам и кровавым расправам. Обыватели защищались как умели, и пойманных преступников часто убивали прямо на месте. К разбоям и грабежам добавились винные погромы. С началом мировой войны в России был введен сухой закон. Временное правительство продлило его действие. Но охваченные революционным энтузиазмом массы сметали все препятствия на пути к спирту. Летом 1917-го винные склады громили и в столице, и в провинции. Особо усердствовали солдаты. Народная милиция, как правило, бездействовала. Сил сдерживать толпу у нее не было. Пришлось вмешаться главе правительства. Керенский обратился к погромщикам с грозным воззванием. Представители безответственных групп и темных сил России путем спаивания хотят внести разруху в народ, привести его к анархии, вновь восстановить старый порядок. Я требую задержания виновных и предания их суду. Свобода в опасности. Наш долг ее защитить. Но министра-председателя никто не боялся. Из вчерашнего героя и кумира он постепенно превращался в ненавистного шута, а по стране ходили издевательские стишки. Я могу быть свободен? Спасибо. Правец бритой рожью, Россия растерянная, не помазанник Божий, а присяжный поверенный. Те, кто видел Керенского в эти дни, отмечали, что министр-председатель выглядел поникшим и опустившимся. Лицо его огрубело, глаза потускнели и запали. А ведь всего 3 месяца назад это был энергичный, оживленный и даже несколько лихорадочный человек. Бремя власти оказалось для Александра Федоровича ношей непосильной. Но отказываться от нее он не собирался. После того, как военные во главе с генералом Корниловым попытались захватить власть, и их выступление провалилось, Россия осталась без правительства. Все министры подали в отставку, и только Керенский остался на своем посту. Он начал было формировать новую правительственную коалицию, но она никак не создавалась, из-за того, что Петроградский совет всякий раз был против ее состава. В результате в стране появился новый временный орган верховной власти – Директория. Название позаимствовали из времен Французской революции. Директория официально провозгласила Россию республикой и узаконила ликвидацию полиции. В состав директории вошли 5 человек. Министр иностранных дел Михаил Терещенко, министр почт и телеграфа Алексей Никитин, военный министр Александр Верховский, морской министр Дмитрий Вердеревский и сам Керенский. Назначения Верховского и Вердеревского выглядели серьезной уступкой левым силам. Генерал-майор Верховский активно участвовал в борьбе с Корниловым, благодаря чему и попал в фавориты Керенского. Контр-адмирал Вердеревский в июле отказался выступить против большевиков и попал в тюрьму. Это сослужило ему добрую службу. И, покинув камеру, он оказался в кресле морского министра. Керенский умышленно взял в военные министры людей с репутацией революционных офицеров. Однако его расчет не оправдался. Раздачей портфелей и рассаживанием в кресло уже было ничего не решить. Провал корниловского выступления не только принес победу Керенскому, но и вывел на первые роли большевиков.
Либерально-революционные партии и группы боялись диктатуры корниловских генералов, понимая, что военные, придя к власти, разгонят и временное правительство, и политических оппонентов. Корнилов казался либералам страшнее большевиков. Керенский в этой ситуации выглядел, по словам Ленина, корниловцем, случайно рассорившимся с Корниловым и продолжающим быть в интимнейшем союзе с другими корниловцами. Советы и большевики выглядели спасителями идей февральской революции, а временное правительство обвиняли в сговоре с контрреволюцией. Так борьба против Корнилова буквально воскресила большевистскую партию. Большевистский июльский мятеж был словно забыт. Между тем, борьба с генералами позволила большевикам создать собственные вооруженные отряды – Красную гвардию. Красная гвардия – добровольные формирования, которые создавались территориальными организациями партии большевиков. Весной 1917 года рабочие дружины начали создаваться в Петрограде, Москве и других городах России. После июльских событий они были расформированы. Возрождение Красной гвардии произошло во время корниловского выступления. К концу сентября отряды красногвардейцев существовали в 104 населенных пунктах. Их численность достигала 250 тысяч человек. Только в Петрограде в руках рабочих было до 40 тысяч винтовок. О разоружении этих частей после подавления корниловского выступления не могло быть и речи. У временного правительства на это просто не было сил. Ленинская программа по захвату влияния в Советах дала свои результаты. Несмотря на приказ об аресте лидеров большевистской партии, влияние большевиков в Петроградском совете было решающим, что сразу же отразилось на решениях Совета. В ночь на 1 сентября депутаты впервые проголосовали за резолюцию, предложенную большевиками. В ней содержался прямой призыв к установлению новой власти – власти революционного пролетариата и крестьянства. Рядовые члены фракции поддержали резолюцию большевиков. В президиум Совета входили члены партии эсеров и меньшевиков – Николай Чхиидзе, Абрам Гоц, Федор Тан, Ираклий Церетели и Виктор Чернов. Они пытались противостоять большевизации Совета, но проиграли. В результате весь президиум подал в отставку. Еще несколько месяцев назад такой шаг напугал бы простых депутатов и заставил бы их пойти на попятную. Но теперь они проголосовали за отставку руководства Совета. Через несколько дней его председателем стал большевик Лев Троцкий, недавно освобожденный из тюрьмы Кресты. Сам Ленин прятался в Финляндии. Она все еще оставалась частью российского государства, но арестовать Ленина не удавалось. Ему активно помогали финские социал-демократы, а также чиновники, которые мечтали о независимости Финляндии. Дошло до того, что Ленина укрывал в своем доме начальник милиции Гельсингфорса. Сам Ленин в письмах призывал соратников к восстанию. Двинуть верные полки на самые важные пункты. Занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство. Александр Федорович! Александр Федорович! Но не все лидеры большевиков поддерживали Ленина. Память о неудачном июльском выступлении была еще слишком свежа. Большевистский перевес, или как его называли полевение Совета, серьезно встревожил директорию. По газетам разлетелся слух, что власти перебираются в Москву, подальше от петроградских большевиков. Но Московский Совет также перешел под контроль ленинцев. Так что бежать Керенскому стало некуда.
14 сентября в Петрограде начало работу Всероссийское демократическое совещание. Открывая его, председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Николай Чхиидзе заявил: «Вместо скачка в царство свободы мы сделали скачок в царство анархии». Подтверждение этому последовало моментально. Выступление Керенского, первого лица в государстве, едва не было сорвано шумом и оскорблениями. В зале хозяевами положения были большевики. От демократического совещания у большинства участников осталось чувство напрасно потраченного времени. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Результат демократического совещания был, безусловно, трагичен, ибо указывал с полной ясностью на то, что и демократия, и революция вместе с нею находились в полном тупике. В тупике находились и так называемая демократия, и власть. Ни директории, ни остаткам временного правительства никто не доверял. Их политики не блистали ни решимостью, ни авторитетом. Советы вызывали у большинства лишь раздражение своей беззаконностью, агрессивностью и безответственностью. А большевики критиковали и опошляли всякую попытку установления законности и порядка. Одним из решений демократического совещания стало создание некоего подобия парламента. Официально он именовался Временным Советом Российской Республики, но чаще его называли предпарламентом. Большевики в предпарламенте получили лишь 58 мест из 555 и по рекомендации Ленина бойкотировали его работу. Единственной удачей Керенского стало формирование нового правительства. Меньшевики и эсеры наконец согласились на широкую коалицию с партией кадетов. Директория прекратила существование. Ее члены влились в состав нового временного правительства. Большевики в работе правительства не участвовали. Создание правительства стало для Керенского последним успехом. Сам премьер-министр давно уже производил впечатление человека совершенно измотанного и угнетенного. Ходили разговоры, что он принимает возбуждающие препараты и даже наркотики. Страна рушилась в пропасть, а противостоять этому Керенский мог лишь произнесением речей, которые уже никто не хотел слушать. Вы министр промышленности. Делайте машины. Теперь слушали Троцкого, влиятельного большевика, который не уступал по популярности Ленину. Делайте, что должны, Россия будет свободна. Новое правительство демонстрировало свою полную беспомощность. Первым его атаковал Всероссийский исполнительный комитет Железнодорожного профсоюза, или, как его сокращенно называли, ВИКЖЕЛЬ. Профсоюз устроил всероссийскую забастовку, требуя повышения заработной платы для железнодорожников и сокращения рабочего дня. Забастовка грозила парализовать хозяйственную жизнь страны, и власти пришлось уступить. Следующее поражение власть потерпела на Дону. Во главе области войска Донского стоял атаман Алексей Калидин. Он был активным сторонником Корнилова и требовал наведения порядка в стране. Еще весной 1917 года генерал был отстранен временным правительством от командования 8-й армией. Опальный военачальник уехал на Дон, где был избран атаманом Донского казачьего войска. После корниловского выступления Калидина решили арестовать. Но Донское правительство приказу не подчинилось, и петроградскому правительству ничего не оставалось, как заявить, что все это чистой воды недоразумение. Калидин остался на посту и управлял Донской областью по своему усмотрению. В эти же дни финляндский сейм принял закон об автономии Финляндии. Временное правительство этот закон отклонило, а сейм распустило. Генерал-губернатор даже распорядился опечатать здание сейма. Но финские депутаты сорвали печати, провели заседание и приняли неугодные российской власти законы. На Украине продолжала плести интриги Центральная Рада.
Она потребовала права самостоятельно назначать командиров во всех воинских частях на территории Украины и во всех полках и дивизиях, объявивших себя украинскими. Пойти на это временное правительство не могло. Руководители Рады вызвали для личных объяснений, но те в Петроград не поехали. Они приняли несколько грозных резолюций и строго запретили выполнять распоряжения любого должностного лица, которое назначили без согласования с Центральной Радой. Для подкрепления своих позиций провели в Киеве так называемый «Съезд порабощенных народов России». На съезде собрали представителей украинцев, поляков, евреев, белорусов, грузин, прибалтийцев, молдаван, казаков, бурятов и тюркских народностей. Непонятно было, каким образом собравшиеся представляли свои народы, но съезд постановил реформировать Россию в федерацию. Также был образован Совет народов, располагавшийся в Киеве. Новое временное правительство в Петрограде только наблюдало за хаосом, охватившим всю страну. Протестовало, негодовало и ничего не могло предпринять. Еще хуже обстояли дела в армии. После Корниловского выступления по фронтам и флотам прокатилась волна расправ над офицерами. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Отголоском противоправительственного выступления генерала Корнилова был самовольный расстрел 4 морских офицеров линейного корабля «Петропавловск». Расстрел, явившийся, увы, первой ласточкой воспоследовавших избиений и преследований офицерского состава со стороны солдатской массы. Дезертирство становилось массовым. Солдаты бежали с позиций толпами, уносили оружие, а чтобы быстрее добраться домой, захватывали железнодорожные составы. Те, кто еще оставался на передовой, воевать отказывались. Целые дивизии выносили резолюции, что будут находиться на фронте только до 1 ноября, а после этого разойдутся по домам. В такой обстановке германские войска начали операцию под кодовым названием «Альбион» по захвату Манзунского архипелага и одноименного пролива. Эти острова имели стратегическое значение для наступления на Петроград. Поначалу армия и флот сопротивлялись врагу как могли. Большой урон нанесли противнику морские мины. Немцы лишились 9 кораблей, и еще несколько получили повреждения. До последнего сражался и был затоплен командой русский броненосец «Слава». Приняли бой еще несколько кораблей. 6 матросов с пулеметом защищали тактически важную дамбу на острове Моон. Стреляла по наступавшему врагу батарея на мысе Церель. Но едва немцы приблизились, батарейная команда просто сбежала, бросив раненого командира. Ход сражения могли бы изменить новые линкоры, находившиеся в Гельсингфорсе. Но их команды предпочли остаться в порту, а гибнувших товарищей поддержали лишь митингами. Немцы заняли Манзунский архипелаг. Это стоило им 9 потопленных кораблей. Русский флот лишился 2 кораблей. Немцы потеряли убитыми 381 человека. Русские боевые потери были невелики, но в плен сдалось более 20 тысяч человек. Некоторых из них немцы даже не разоружали. Солдаты революционной армии так спешили сдаться, что их бегство можно было не опасаться. Страна, которая всего полгода назад находилась в шаге от победы в войне, теперь стояла на краю полной гибели. Фронт агонизировал. Еще недавно либералы обвиняли царских министров в том, что те готовят мир с Германией. Теперь военный министр Верховский говорил о необходимости мира открыто. Ему вторили делегаты из действующей армии. Все требовали мира любой ценой. Настоящая война – это война народов, а не правительства. This war – the war of the people and not of the government. И русский народ знает, что принес эти несказанные жертвы. And the Russian people know about this kind of feeling, this unspeakable sacrifice brought.
Царский режим оставил страну в состоянии дезорганизации. And the terrorist regime left the country in a state of disorganization. И было бы лучше, если бы наши союзники уделяли как можно меньше уважения к царскому правительству. And it would be better if our allies paid as little respect to the terrorist government as possible. И призывали бы его к ответу за его грехи. And would call him to account for his sins. Но союзники России мира с Германией и Австро-Венгрией не желали. Им нужна была победа. Восточный фронт требовалось удерживать во что бы то ни стало. И на временное правительство оказывало сильное давление из Лондона и Парижа. Правительство вынуждено было прислушиваться к союзникам и поднимать вопрос мирного договора отказывалось. Зато большевики обещали мир сейчас и немедленно. Для этого требовалось совсем немного – взять власть в свои руки. В начале октября в Петроград вернулся Ленин. Он приехал тайно, в парике и в гриме, и поселился на конспиративной квартире. Вождю большевиков все еще грозил арест за июльское восстание. Сопровождал Ленина его личный охранник Эйнар Ахья. Рахья, Эйно Абрамович, финский революционер-коммунист, работал слесарем на железной дороге, занимался переправкой нелегальной литературы и оружия в Россию. В 1917 году стал личным охранником Ленина. Служил на высоких должностях в Красной армии. Знаменит своей фразой, сказанной певцу Федору Шаляпину: «Талантливых людей надо резать». Потому что ни у какого человека не должно быть никаких преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство. Умер от туберкулеза и алкоголизма. Два его брата, также коммунисты, после революции занимались контрабандой, доставляя в Россию из Финляндии предметы роскоши и продукты питания. 10 октября на конспиративной квартире собрался Центральный комитет партии большевиков. После бурных дебатов ЦК поддержал ленинский курс на восстание. Решение давалось непросто. Ленин уговаривал своих товарищей: «Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно созрело для перехода власти». Власть действительно просто валялась под ногами. И подобрать ее мог любой, у кого хватило бы на это сил и решительности. Владимир Ильич, будут большие жертвы. Очень большие жертвы. Это армия. А что, до этого не было больших жертв? Так что предлагаю голосовать. Кто за? 10 членов ЦК проголосовали за восстание. Против выступили двое – Каменев и Зиновьев. Трудность состояла в следующем. Вооруженное восстание большевики могли провести только руками рабочих и солдат, которые подчинялись Петроградскому совету. Другими словами, все выглядело так, словно выступление проводит совет. Но если бы мятеж провалился, аресту подверглось бы все большевистское руководство в совете. Чтобы обезопасить в случае поражения всю большевистскую верхушку, при совете был организован новый орган, названный военно-революционным комитетом, или ВРК. Формально он создавался якобы для обороны Петрограда от немецкого наступления. Руководителем в нем значился представитель левых эсеров Павел Лазимир. На самом деле перед ВРК стояла задача организации восстания, а его фактическим руководителем был председатель совета, большевик Лев Троцкий. В случае провала было бы арестовано только эсеровское руководство комитета. Вскоре представители ВРК появились во всех частях Петроградского гарнизона. Ряды большевиков пополнялись. В феврале 1917 года они насчитывали 24 тысячи членов. В апреле – 80 тысяч. В августе – 240 тысяч. В октябре – 400 тысяч. Большевистскими стали и советы. Петроградский совет возглавлял большевик Троцкий, Московский совет – большевик Нагин. По городу стали ползти тревожные слухи о том, что готовится вооруженное выступление большевиков. На улицах стали показываться группы вооруженных красногвардейцев.
иногда на быстро несущихся вооруженных автомобилях с угрожающими плакатами вроде «Смерть Керенскому». Но временное правительство словно не понимало, что происходит, и совершало одну ошибку за другой. Керенский распорядился отправить на фронт 200-тысячный гарнизон столицы. Командиры так характеризовали настроение гарнизона. В нем небольшая часть, тесно связанная с большевистским советом, весьма активна. Настроение же прочей части можно назвать пассивным, даже апатичным. Но при известии о возможной отправке в окопы солдаты заявили, что их нужно полностью снарядить и вооружить. Требование выглядело разумным, и военное министерство его удовлетворило. Винтовки и пулеметы получили даже те части, которые в июле были разоружены, как ненадежные. Получила оружие и Красная гвардия. Но на фронт гарнизон так и не пошел. Зато большевики приобрели прекрасно вооруженную поддержку для предстоящего выступления. Большая часть гарнизона настроена самым антиправительственным образом и готова выступить по первому знаку Петроградского совета и решительно противиться выведению петроградских войск на фронт. Между тем, борьба за организацию вооруженного восстания не утихала внутри Ленинской партии и принимала порой курьезные обороты. После совершенно секретного совещания ЦК один из ближайших соратников Ленина, Лев Каменев, не придумал ничего лучшего, как опубликовать в газете статью, в которой высказался против вооруженного выступления. Его поддерживал еще один член ЦК, Григорий Зиновьев. Узнав о публикации, Ленин пришел в ярость и потребовал исключить Каменева из партии. Впрочем, скоро соратники по революционной борьбе помирились. Против ленинского замысла выступил и всемирно известный писатель Максим Горький. Он давно сочувствовал большевикам и еще в 1905 году стал членом их партии. Февральскую революцию Горький встретил восторженно. А вот планы нового восстания пришлись ему не по душе. Он боялся новой крови и хаоса. Горький выступил против восстания прямо и резко. В газете «Новая жизнь» писатель опубликовал статью «Нельзя молчать», где призывал большевиков отказаться от выступления. Теперь о секретных планах большевиков говорил весь Петроград. Троцкому пришлось публично солгать, что подготовка к выступлению не ведется. Этому заявлению поверили немногие. Но временное правительство и в этот решительный момент проявило пассивность. Сам Керенский совершенно пал духом. Он публично признавался: «Я человек обреченный. Мне уже безразлично, и смею сказать, это совершенно невероятная провокация, которая сейчас творится в городе большевиками». Между тем, ситуация становилась все более угрожающей. Командование Петроградского округа докладывало правительству, что войска ненадежны. В отставку попытался подать военный министр Верховский. Он не верил в возможность успешного противостояния большевикам. Увольнять министра не стали, но отправили в отпуск, поправлять здоровье. 21 октября, за 4 дня до выступления большевиков, военный министр уехал на Валаам. А правительство продолжало совершать новые промахи, отталкивая от себя тех, на кого могло бы опереться в критический момент. На следующий день, 22 октября, казаки решили провести крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери. Казаки считались сторонниками контрреволюции, и крестный ход мог серьезно нарушить планы большевиков. Он совпадал с новым праздником – Днем Петроградского совета, в честь которого планировалась торжественная демонстрация. Совет выдвинул ультиматум – крестный ход отменить. Правительство протест удовлетворило. Ленин был в восторге. Он писал: «Отмена демонстрации казаков есть гигантская победа.
Вождь большевиков все еще оставался на нелегальном положении. В ночь с 23 на 24 октября 1917 года министр юстиции Временного правительства Павел Малентович отдал распоряжение об аресте Ленина. Но большевистским планам это не препятствовало. Тем более, что министр юстиции Малентович, хоть и был меньшевиком, но оставался сторонником сближения с большевиками и сам предупредил Ленина о готовящемся аресте. В этих условиях говорить об эффективности действий Временного правительства не приходилось. А Троцкий, руководивший подготовкой к восстанию, носился по Петрограду. Он бывал в казармах, на заводах, в Смольном, на митингах и говорил доходчиво и понятно. Эти призывы находили отклик. За Троцким были готовы идти солдаты, матросы, рабочие. Утром 24 октября в 5 часов 30 минут в типографию, где печатались большевистские газеты «Рабочий путь» и «Солдат», прибыл комиссар Временного правительства с отрядом юнкеров. По его приказу дверь типографии опечатали, у здания разместили охрану. Но останавливать большевистскую агитацию было уже поздно. В здании бывшего Смольного института благородных девиц, который стал штабом военно-революционного комитета, кипела работа. Войска получили приказ не выполнять распоряжение штаба Петроградского военного округа. Это переполнило чашу терпения Керенского, и он приказал арестовать членов комитета. Однако распорядиться об этом было проще, чем выполнить. Правительство вызвало в Петроград надежные воинские части, но с Северного фронта пришел ответ. Организация и отправка отряда под лозунгом защиты Временного правительства невозможна. За этим лозунгом никто не пойдет. Тем временем на сторону большевиков перешла Петропавловская крепость. Зимний дворец, в котором заседало Временное правительство, оказался под прицелом крепостных орудий. Испуганное правительство призвало для своей защиты юнкеров. Юнкера – учащиеся военных училищ и школ прапорщиков русской армии. По окончании учебного курса им присваивался младший офицерский чин – прапорщика. В Петрограде и окрестностях столицы располагались Павловское и Владимирское военные училища, Николаевское кавалерийское, Михайловское артиллерийское и Николаевское инженерное училище, а также несколько школ прапорщиков. Общая численность юнкеров, находившихся в Петрограде и его пригородах, составляла 7 тысяч человек. Ходившие по улицам подтянутые юнкерские патрули выглядели в глазах обывателя оплотом спокойствия и порядка. Юнкера стали последней надеждой Временного правительства. Большевики продолжали совершать отвлекающие маневры. Военно-революционный комитет принял резолюцию о том, что не планирует устраивать вооруженное восстание. Но фактически восстание уже началось. Зато настроение Керенского резко изменилось. Он заявил, что даже мечтает о выступлении, и тогда он сможет раздавить большевиков. Министр-председатель решился на жесткие меры. Одновременно он обратился за поддержкой к предпарламенту. Керенский произнес перед депутатами зажигательную речь. «Временное правительство и я в том числе предпочитаем быть убитыми и уничтоженными. Но жизнь, честь и независимость государства мы не предадим». Мы не предадим. Керенскому яростно аплодировали, но через несколько часов приняли резолюцию не в его пользу. Предпарламент лишь постановил создать комитет, чтобы урегулировать конфликт между правительством и большевиками.
Керенский грозил сложить с себя полномочия главы правительства, но еще надеялся победить. 24 октября по его приказу штаб Петроградского округа попытался изолировать рабочие окраины. Но попытка развести мосты через Неву оказалась неудачной. Отряды Красной гвардии почти везде сумели помешать юнкерам. Большевики заняли центральный телеграф, а также вокзалы, государственный банк и телефонную станцию. Верные правительству войска собрались на Дворцовой площади. Они контролировали Зимний дворец, здание штаба военного округа и Мариинский дворец. На большее силу защитников не было. Чтобы остановить противника, на площади соорудили баррикаду из дров. Большевики продолжали собирать силы. В Центральный комитет Балтийского флота улетела телеграмма за подписью члена большевистского ЦК Якова Свердлова «Присылай устав». Это был условный сигнал. Получив телеграмму, Балтфлот отправил в Петроград почти 2000 матросов. В тот же день Ленин отправился в Смольный. Для конспирации он был в гриме и с поддельными документами. Ленин надел кепку, повязал щеку платком, словно страдал от зубной боли. Сопровождал его все тот же Эйнур Ахья, вооруженный до зубов. По дороге их дважды задерживали юнкерские патрули и проверяли документы. Но опознать Ленина так и не смогли. В Смольном вождя ожидал восторженный прием, и он сразу включился в работу. Всего хорошего. Октября в 4 часа утра по распоряжению военно-революционного комитета к Николаевскому мосту подошел крейсер «Аврора». «Аврора». Крейсер первого ранга Балтийского флота. Общий экипаж – 578 человек, 20 офицеров, 550 матросов. Во время русско-японской войны крейсер участвовал в походе второй Тихоокеанской эскадры, который закончился сражением при Цусиме. В дни февральской революции на корабле вспыхнул мятеж, и капитан корабля Никольский вынужден был стрелять по бунтовщикам. Разбушевавшаяся толпа жестоко убила капитана и его старшего помощника. К лету в команде насчитывалось 42 члена большевистской партии. В конце октября крейсер находился в Петрограде на ремонте. Команда выбрала нового капитана, старшего лейтенанта Никонова. Но 25 октября он отбыл в штаб и командовал крейсером лейтенант Эриксон. На «Аврору» возлагалась задача восстановить движение по Николаевскому мосту, который накануне захватили и развели юнкера. Требовалось вывести крейсер на середину реки. Эриксон отказывался это делать, мотивируя отказ тем, что фарватер ему неизвестен. После угроз и уговоров он согласился, опасаясь, что без его помощи матросы посадят корабль на мель. Когда «Аврора» приблизилась, юнкера покинули мост, а корабельные электрики высадились на берег и свели мост. К утру 25 октября Керенский начал понимать, что он сидит в Зимнем дворце, как в осажденной крепости. На призывы о помощи никто не отзывался. Даже от спешно вызванного женского ударного батальона осталось только полроты. Женский батальон. Военное формирование, состоящее исключительно из женщин. Создавалось временным правительством из женщин-добровольцев в основном с пропагандистской целью – поднять патриотический настрой. В защите Зимнего дворца участвовала вторая рота батальона в составе 137 человек. Утром 25 октября в Петрограде стояла отвратительная погода. Было пасмурно и холодно, дул сырой резкий ветер. Всюду были расклеены листки с запретами временного правительства. Запрещались самостоятельные выступления и исполнение войсками каких-либо приказов, исходящих из различных организаций. Приказывалось также разыскать и арестовать Ленина. Листки еще висели, но власти временного правительства уже не существовало. Город находился практически под полным контролем большевиков. Осознав, что сидеть в Зимнем бессмысленно, Керенский решился отправиться навстречу верным войскам, которые были вызваны в Петроград.
но в распоряжении правителя России не оказалось даже исправного автомобиля. Машину с трудом удалось одолжить в американском посольстве. В последний момент все-таки нашелся личный автомобиль Керенского. На ветровое стекло машины привязали американский флажок и отправились в путь. Глава Временного правительства покинул Петроград. С захваченного большевиками телеграфа во все концы страны уже летели телеграммы. Гражданам России временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Это еще не было правдой. Временное правительство формально было, хотя его существование уже напоминало фарс. Днем 25 октября министры собрались в Зимнем дворце на заседание. Там они узнали, что командующий Петроградским военным округом полковник по фамилии Полковников, поддавшись панике, руководить войсками не способен. Было решено передать власть в городе в руки одного из министров, Николая Кишкина, который по специальности был доктором-физиотерапевтом. Доктор Кишкин стал губернатором с чрезвычайными полномочиями. Как мог, он пытался организовать сопротивление большевикам. Но в подчинении у него оставались лишь прислуга Зимнего дворца, юнкера, отряд казаков и несколько десятков женщин из ударного батальона. Кишкин сместил Полковникова и назначил командующим округом боевого генерала Багратуни. Но к тому времени большинство частей Петроградского гарнизона выполняли приказы только одного органа – военно-революционного комитета. Большевики без особого шума разогнали предпарламент, заседавший в Мариинском дворце. Делегаты, находившиеся в зале, приняли резолюцию с протестом против насилия и разошлись по домам. Сопротивляться никто даже не подумал. В Зимний дворец тем временем прибыло подкрепление – сводный батальон школы прапорщиков инженерных войск. Тут же во дворце стали строить планы контрнаступления. Попытались освободить Мариинский, потом центральную телефонную станцию. Все было тщетно. Одного бронеавтомобиля под красным флагом оказалось достаточно, чтобы верные правительству силы отступили. Ближе к вечеру военно-революционный комитет занял штаб Петроградского военного округа. Вечером Ленин выступил в Петроградском совете и произнес слова, которые стали известны всему миру. Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Параллельно начал свою работу Второй Всероссийский съезд Советов. Ему предстояло легализовать захват власти большевиками. Ленин и его соратники сделали все, чтобы для населения государственный переворот не выглядел как захват власти большевистской партией. Все представлялось так, будто власть в свои руки брал военно-революционный комитет Петроградского совета, то есть орган, избранный народом. Тот факт, что большевики возглавляли и полностью контролировали сам совет, никак не афишировался. Министры продолжали оставаться в Зимнем дворце. В их распоряжении имелась только одна телефонная линия. Защитниками дворца владевало уныние. Ушли юнкера-артиллеристы, захватив с собой 4 орудия. Ушла часть школы прапорщиков инженерных войск. Ушли казаки. Наступил вечер. Большевики стали готовиться к штурму. В Зимний передали ультиматум о немедленной капитуляции, угрожая, что «Аврора» откроет огонь по дворцу. Министры решили на ультиматум не отвечать. Последнюю поддержку они получили от городской думы. Ее депутаты решили организовать шествие к Зимнему дворцу, чтобы поддержать осажденных министров. А если не получится, то, как они провозглашали, умереть вместе с ними. Но демонстрацию попросту не пропустили красногвардейские патрули. Депутаты не умерли и вернулись заседать дальше. Когда окончательно стемнело, большевики пошли в атаку на баррикады у Зимнего дворца. Но хватило всего 2 холостых выстрелов из орудий, и атака была отбита. Временное правительство еще могло разойтись по домам. Министров во дворце удерживала только ответственность перед теми немногими бойцами, которые остались их защищать.
После первой неудачи большевики взялись за дело более основательно. По сведениям некоторых очевидцев, несколько выстрелов по дворцу сделала «Аврора». Орудия Петропавловской крепости стреляли поверх дворцовых крыш. Вопрос о том, стреляла ли «Аврора» по Зимнему дворцу, до сих пор обсуждается историками. По одним сведениям, штурм Зимнего начался после холостого выстрела бакового орудия крейсера. Встречаются свидетельства, что «Аврора» стреляла по дворцу боевыми снарядами. Но многие исследователи высказывают сомнения в том, что на борту вообще находились боевые снаряды. Тем временем пехота стала проникать в Зимний через разбитые окна и боковые входы, которые просто забыли запереть. Хлынувшая во дворец толпа просто смела ее защитников. Зимний заполнился солдатами и матросами. Кое-где им сопротивлялись, но единого командования не было. Во дворце оставались всего 5 офицеров. 26 октября в половину второго ночи в комнату, где сидели министры, вбежал юнкер. Он сказал, что готов вместе со своими товарищами сражаться до последнего человека. Все присутствующие закричали: «Не надо крови!» Юнкер ушел. Через несколько минут дверь открылась, и в нее ввалилась толпа. Человек в гражданском пальто и шляпе спросил, где члены Временного правительства. Ему ответили, что все они здесь. Тогда человек заявил: «Объявляю вам, что вы арестованы. Я председатель военно-революционного комитета Антонов». Все было кончено. В 3 часа ночи Каменев сообщил съезду Советов об аресте правительства. Затем делегаты приняли обращение к рабочим, солдатам и крестьянам, где сообщалось, что Временное правительство низложено и что власть переходит к съезду Советов. Также в обращении говорилось: «Съезд постановляет. Вся власть на местах переходит к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Арестованных министров Временного правительства отвели в Петропавловскую крепость. По пути толпа требовала отрубить им головы, но самосуда не произошло. Конвой доставил свергнутое правительство в крепость живым. Так начавшаяся в феврале 1917 года русская революция закончилась в октябре большевистским переворотом.
Русский философ и публицист Борис Яковенко заканчивал свою книгу, посвященную русской революции. Сбор материалов для нее он начал еще в Италии, когда в феврале 1917 года российский император Николай II отрекся от престола. Работу над книгой Яковенко завершал в 1929 году в Праге. К этому времени большевики уже 12 лет правили Россией. Утро 26 октября 1917 года Петроград встретил спокойно. Накануне ночи в столице произошел большевистский переворот, но горожан не встревожила даже ночная артиллерийская пальба. Министры Временного правительства были арестованы и содержались в камерах Петропавловской крепости, а в городе шла привычная жизнь. Грохотали повозки, звенели трамваи, прохожие спешили по своим делам. О смене власти газеты не сообщали. Тиражи ушли в печать еще до штурма Зимнего дворца. Большевики обвинили некоторые газеты в контрреволюционной агитации и закрыли их. Отпечатанные номера сожгли прямо на улице при скоплении публики, которая была поражена невиданным зрелищем. Вскоре в стране будут закрыты все оппозиционные издания, чего не было даже в годы монархической цензуры. Те, кто больше всех требовал свободы слова, придя к власти, стали самыми ярыми врагами этой свободы. Узнать о перевороте петроградцы могли только из нескольких строчек в разделе «Последних известий». По городу пошли слухи, что в Петропавловской крепости большевики истязают пленных юнкеров, что изнасилованы защищавшие Зимний дворец женщины из ударного батальона, что по квартирам ходят вооруженные матросы и реквизируют шубы и сапоги. Закрывались магазины, прокатились митинги с требованием не признавать узурпаторов большевиков. На бирже началась паника. Деловые люди нервничали не зря. Большевики взялись за дело решительно. Планы у них были грандиозные, и в средствах они не стеснялись. Поначалу эти события казались мятежом кучки радикалов. Никто и помыслить не мог, что 26 октября 1917 года в истории России, да и всего мира, началась новая эпоха. Вечером возобновилось заседание Второго Всероссийского съезда Советов, руководство которым полностью захватили большевики. С его трибуны Ленин зачитал первые декреты новой власти. Декрет о мире. Все воюющие стороны призывались немедленно заключить перемирие и начать переговоры о справедливом демократическом мире без аннексий и контрибуций. Декрет о земле. Земля объявлялась всенародным достоянием и передавалась в безвозмездное пользование крестьянам. Помещичьи имения конфисковывались, частная собственность на землю упразднялась. В зале это выступление вызвало восторг и бурные аплодисменты. Вслед за первыми декретами были приняты и другие. Об отмене смертной казни на фронте и об образовании временного рабоче-крестьянского правительства. В 5 часов утра 27 октября историческое заседание закрылось. Второй съезд Советов завершил работу. Уставшие делегаты спели «Интернационал» и разошлись. Делегатов съезда мало беспокоило, как эти декреты будут воплощаться в жизнь. Остановить войну принятием документа было невозможно. С немцами придется подписывать мир и платить за него ту цену, которую назначит Германия.
а отмена частной собственности на землю не отвечала на вопрос, кто же теперь станет ею владеть. Важную роль в банковской сфере России играли сделки, связанные с землей. Декрет о земле запретил ее продажу. Тем самым по банковской сфере страны был нанесен ощутимый удар. В декабре 1917 года все частные акционерные банки и банковские конторы были национализированы очередным большевистским декретом. Большевистское правительство называлось «Совет народных комиссаров», или сокращенно «Совнарком». Новые лидеры во всеуслышание объявили, что управлять страной они будут только до созыва учредительного собрания. Уже во время отречения императора стало очевидно, что отмену монархии поддержит не все население. Чтобы избежать беспорядков, было объявлено: решение о новой форме государственного устройства принимает народ. Избранники от всех регионов России, депутаты учредительного собрания, собравшись в столице, установят политическое устройство государства. Все партии признавали, что это единственный демократический способ определить будущее страны. Надежда народа на созыв учредительного собрания стала основной причиной, по которой гражданская война не вспыхнула сразу же после отречения царя. И Временное правительство, и Совнарком большевиков воспринимались населением лишь как временные формы правления. Зная эти настроения, большевики на словах признавали приоритет учредительного собрания перед своей властью. Один из ближайших соратников Ленина, Яков Свердлов, говорил: «Сейчас мы еще слишком слабы. Весть о том, что мы отсрочили учредительное собрание, нас ослабит еще более. Страна готовилась к выборам». Всероссийская комиссия по делам о выборах в учредительное собрание, все выборы, состояла из 16 человек. Возглавлял ее член партии кадетов Николай Николаевич Авинов. Выборы в учредительное собрание назначили на 12-14 ноября. Уже 28 ноября избранные депутаты должны были начать заседание в Петрограде. Таким образом, избрание делегатов должно было пройти уже при власти большевиков. А пока председателем нового правительства Совета народных комиссаров стал Ленин. Наркомом по иностранным делам назначили Троцкого. Наркомат по военным и морским делам возглавили три человека: секретарь военно-революционного комитета Владимир Антонов-Овсеенко, прапорщик Николай Крыленко и балтийский матрос Павел Дыбенко. Антонов-Овсеенко Владимир Александрович закончил юнкерское училище. В годы русско-японской войны дезертировал. За попытку поднять военный мятеж был приговорен к смертной казни, которую заменили на 20 лет каторги. Возглавлял штурм Зимнего дворца и лично арестовал Временное правительство. Крыленко Николай Васильевич, прапорщик. В годы войны арестован за уклонение от службы и антивоенную агитацию. Один из первых руководителей революционных трибуналов. Дыбенко Павел Ефимович, балтийский матрос. За большевистскую агитацию списан с корабля и отправлен на сухопутный фронт. После революции, оставаясь простым матросом, стал наркомом по морским делам. Таким образом, один дезертир, один уклонист и матрос-штрафник возглавляли Военное министерство Российской Республики. Делу нового революционного правительства оказалось не в проворот. В Петрограде было неспокойно. Звучали выстрелы, проходили аресты. Толпы солдат громили винные склады и магазины. При охране погребов Зимнего дворца спивались даже надежные и проверенные бойцы. Как вспоминал Антонов-Овсеенко, пьяный угар заразил весь город. Не собирались сдаваться и противники большевиков. В Петрограде продолжала действовать городская дума. Ее депутаты заседали без перерыва, принимая громкие резолюции о защите Отечества и свободы. Дума образовала Комитет спасения Родины и революции. Его председателем стал эсер Абрам Рафаилович Гоц. От имени комитета распространялись антибольшевистские листовки. Налаживалась связь с военными училищами и офицерами. При этом комитет не призывал поддержать Керенского. Министр-председатель окончательно утратил популярность. Керенский, сбежавший из Петрограда, отправился в Гатчину.
Никаких верных временному правительству войск он там не обнаружил и поехал в Псков, в штаб Северного фронта. Здесь для подавления большевистского выступления был сформирован отряд, состоявший из частей 3-го конного казачьего корпуса. Несколько месяцев назад этот корпус шел на столицу свергать Керенского. Теперь его казакам предстояло Керенского спасать, двинуться из Пскова на Петроград и силой оружия лишить большевиков власти. Командовал корпусом генерал-лейтенант Петр Краснов. Краснов Петр Николаевич, генерал-лейтенант, из семьи дворян войска Донского. Неоднократно проявлял личную храбрость в бою. Во время Брусиловского прорыва получил ранение. Во время Корниловского выступления был арестован, но затем освобожден. Большинство офицеров корпуса, как и сам Краснов, были сторонниками генерала Корнилова. Всего 3 месяца назад Керенский фактически руками большевиков подавил выступление Корнилова и даже арестовал его. А потому офицеры относились к Керенскому с нескрываемым презрением. Один из них даже демонстративно отказался пожать протянутую министром руку. Тем не менее, 3-й конный корпус выступил в поход, и ночью 27 октября казаки прибыли в Гатчину. Там с Керенским встретились представители Комитета спасения Родины и революции и сообщили, что в Петрограде готовится восстание против большевиков. На следующий день казачьи сотни заняли Царское село. 16-тысячный гарнизон сдался немногочисленным силам Краснова практически без сопротивления. До столицы оставалось совсем немного. Падение Гатчины и Царского села всерьез испугало ленинское правительство. Как писал видный большевик Николай Подвойский, «Положение таково, что либо они нас, либо мы их будем вешать». Ленин лихорадочно искал выход. Он даже предположил открыть огонь по окрестностям Петрограда из орудий балтийских линкоров, когда казаки пойдут в наступление. Вождь очень огорчился, узнав, что громадные корабли не смогут войти в мелкое устье Невы, чтобы начать обстрел. 29 октября в Петрограде началось антибольшевистское восстание юнкеров. Но предприятие с самого начала оказалось обреченным. За несколько часов до его начала красногвардейский патруль задержал автомобиль с членом комитета спасения по фамилии Брудерер. У него нашли приказ о приведении в боевую готовность военных училищ, а также дислокацию мятежных частей. Таким образом, большевики оказались в курсе всех планов восставших. Несмотря на это, юнкерам удалось занять ряд важных объектов. Инженерный замок, центральную телефонную станцию и Михайловский манеж, где находились несколько бронеавтомобилей. Руководил восставшими бывший командующий Петроградским военным округом Полковников. Однако к этому времени ни единой регулярной армии, ни централизованного командования уже не существовало. Под командованием полковника было лишь несколько отрядов юнкеров и офицеров. Солдаты столичного гарнизона к ним не присоединились. А на стороне большевиков были вооруженные ими отряды рабочей гвардии, матросы и несколько воинских частей. Бои между большевистскими силами и юнкерами продолжались до самого вечера. Большие надежды юнкера возлагали на подход войск Краснова, но было воскресенье, и те попросту отдыхали. В эти дни, как и в последующие годы, проявился главный принцип ленинского правления – держаться за власть, не считаясь ни с чем. Из Петропавловской крепости привезли пушки и открыли огонь по зданиям, занятым юнкерами. Дольше всех держалось Владимирское военное училище, но и оно не смогло выстоять против артиллерии. Восстание юнкеров захлебнулось. Начались расправы. Большевики хватали на улицах всех людей в офицерской форме.
Подавив восстание юнкеров, правительство Ленина почувствовало себя увереннее. Главнокомандующим войсками Петроградского военного округа советское правительство назначило подполковника Михаила Муравьева. Ранее он был ярым монархистом, но после февральской революции примкнул к эсерам. А когда появилась новая власть, сделал ставку на нее. За несколько дней под командованием Муравьева собралось более 10 тысяч солдат, матросов и красногвардейцев. Силы противостоящих им казаков насчитывали всего 800 человек и один бронепоезд. Утром 30 октября казаки Краснова, двигаясь от Царского села на Петроград, приблизились к Пулковским высотам у южных окрестностей столицы. Здесь уже заняли оборону большевистские войска Муравьева, намереваясь остановить продвижение казаков. На невиданное зрелище, бой русских против русских, даже сбежалось посмотреть местное население. Сначала наступление Краснова развивалось успешно. Волынский полк, который сражался на стороне большевиков, оставил позиции и ушел в тыл. В феврале 1917 года этот полк первым перешел на сторону революции. Теперь волынцы первыми бежали с передовой. При поддержке бронепоезда казаки захватили позиции на левом фланге обороны большевиков. Казалось, еще немного, и те побегут. Но один из офицеров ослушался Краснова и, не дождавшись общего наступления, повел свою сотню вперед. Атака захлебнулась. Взять позиции большевиков не удалось. Положение Краснова было непростым. Он располагал небольшими силами, а к большевикам подошло подкрепление. Кроме того, в тылу у генерала оставался гарнизон Царского села, готовый снова взяться за оружие и ударить казакам в спину. Понимая, что наступление может обернуться катастрофой, Краснов приказал своим казакам отступать к Гатчине. Вслед за ними потянулись агитаторы большевиков. Они сделали свое дело. Вечером 30 октября разагитированные казачьи части отказались воевать. Начались переговоры. Большевик Дыбенко предложил казакам свободный переход на Дон, а также неожиданный обмен. Казаки отдают ему Керенского, а он им Ленина. Со стороны Дыбенко это была просто уловка, но казакам идея пришлась по душе. Краснов предупредил об этом Керенского. Перепуганный министр-председатель хотел было застрелиться, затем просил адъютантов его убить. Но в конце концов попросту бежал из Гатчины, переодевшись в матросскую форму. Бульварные газеты распустили слух, что Керенский обрядился в платье сестры Милосердия. История о бегстве в женской одежде преследовала его до самой смерти. И даже была экранизирована в советских фильмах. Уже в 60-е годы престарелый Александр Федорович вынужден был оправдываться и объяснять, как было на самом деле. Несмотря на провал наступления, офицеры Краснова еще пытались спасти положение. Но командующий Северным фронтом генерал Черемисов бороться с большевиками категорически не желал и подкреплений не дал. В Гатчину вступили большевистские войска. Это серьезно укрепило позиции новой власти. В эти же дни большевики одержали еще одну важнейшую победу. Они взяли власть в Москве. Днем 25 октября их отряды захватили почту, банк и вокзалы. Но к вечеру натолкнулись на сильное сопротивление. Возглавил это сопротивление Комитет общественной безопасности, образованный Московской городской думой, чтобы не допустить захвата власти в городе большевиками. Опорой комитета также были офицеры и юнкера. В ночь на 26 октября они блокировали Кремль, чтобы не допустить вывоза из кремлевского арсенала запасов оружия. Командующий Московским военным округом полковник Рябцев просил Ставку прислать надежные воинские части и начал переговоры с большевиками. Ставка Верховного Главнокомандования находилась вблизи линии русско-германского фронта в далеком белорусском Могилеве.
Здесь не вполне понимали, что вообще происходит, кому подчиняться, что из себя представляет новая власть. Большевиков генералы не поддерживали, но и отправлять войска не спешили. А многие воинские части командованию уже практически не подчинялись. Когда Рябцев узнал, что Краснов движется на Петроград, он прекратил переговоры с большевиками и объявил Москву на военном положении. Юнкера отбили телефонную станцию, телеграф и почтамт. Капитулировал занятый большевиками Кремль. Но вскоре стало известно, что поход Керенского на Петроград провалился. Большевики стягивали в Москву новые силы. На их сторону перешло большинство солдат московского гарнизона. Москва переходила под контроль революционеров. Старинные улицы были перекрыты окопами и баррикадами, простреливались из пулеметов и орудий. Полковник Рябцев искал пути к переговорам. Недовольные этим юнкера хотели сместить его и передать командование легендарному генералу Брусилову. Но тот отказался участвовать в братоубийственном конфликте. Последний раз в своей истории московский Кремль выступал в своей первозданной роли – в качестве крепости. Его могучие стены стали надежной защитой юнкерам. Чтобы сокрушить крепость, большевики установили на Воробьевых горах крупнокалиберные осадные орудия и начали бомбардировку Кремля. Снарядами были повреждены соборы, несколько башен и колокольни Ивана Великого. Остановились куранты. Лишь 2 ноября юнкера сложили оружие. Власть в Москве окончательно перешла к советам. Максим Горький писал о тех трагических днях. В некоторых домах вблизи Кремля стены домов пробиты снарядами. И, вероятно, в этих домах погибли десятки ни в чем не повинных людей. Снаряды летали так же бессмысленно, как бессмыслен был весь этот 6-дневный процесс кровавой бойни и разгрома Москвы. За 7 дней боев с обеих сторон погибло около 1000 человек. 10 ноября у Кремлевской стены был заложен известный сегодня некрополь. Здесь были погребены тела 240 красногвардейцев. Более 300 офицеров и юнкеров похоронили возле нынешнего метро «Сокол». На похоронах присутствовал знаменитый поэт и музыкант Александр Вертинский. Под впечатлением от этой трагедии он написал знаменитую песню «То, что я должен сказать». «Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло и не нужно опустили их в вечный покой». Трагически сложилась и судьба полковника Рябцева. Из Москвы он уехал в Харьков. В 1919 году город захватили войска добровольческой Белой армии. Рябцев был арестован контрразведкой. Его обвинили в том, что в октябре 1917 года он отдал приказ о прекращении сопротивления большевикам, не использовав до конца все возможности и не считаясь с мнением подчиненных. По результатам следствия полковник Рябцев был расстрелян. Братоубийственные сражения в Москве, доселе невиданные в стране, казалось, несколько образумили ее граждан. По стране прошли антибольшевистские митинги. Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза «Викжель» отказался перевозить большевистские войска и пригрозил всеобщей забастовкой на транспорте. «Викжель» выдвинул большевикам ультиматум – прекращение гражданской войны и создание объединенного социалистического правительства. Тон в этом профсоюзе задавали эсеры и меньшевики, и договориться с ними было непросто. Ленин категорически отказывался делиться захваченной властью. В знак протеста против жесткой позиции Ленина часть большевистских народных комиссаров, наркомов, даже подала в отставку. Сложил с себя полномочия нарком просвещения Анатолий Луначарский. После московской бойни и обстрела Кремля он написал в своем заявлении: «Борьба ожесточается до звериной злобы. Что еще будет? Куда идти дальше? Остановить этот ужас я бессилен. Я осознаю всю тяжесть этого решения, но я не могу больше».
Ленин сумел уговорить Луначарского остаться на посту. Коалиционное правительство создали, но меньшевики и правые эсеры в него не вошли. Большевики ограничились только союзом с левыми эсерами, отдав им наркоматы земледелия, юстиции, почт и телеграфа и несколько малозначащих министерств. Левые эсеры были слабыми партнерами, и коалиционное правительство просуществовало недолго, а Вигжель большевики попросту разогнали спустя несколько месяцев. После победы в обеих столицах ленинско-большевистская власть стала понемногу утверждаться в других местах. Порой этот процесс проходил быстро и без особого сопротивления, но так было не везде. С серьезными трудностями большевики столкнулись в Киеве. Самопровозглашенный орган «Центральная Рада», узнав о перевороте, признавать большевистскую власть отказалась. Однако позиции Рады в Киеве были не столь сильны, и, несмотря на громкие заявления, она предпочитала сохранять нейтралитет. 29 октября киевские большевики решились на восстание. Центральная Рада стянула в Киев украинизированные полки и даже помогла большевикам в боях против сил Временного правительства. В результате на некоторое время в Киеве установилось двоевластие. С одной стороны Рада, с другой – большевики. В ноябре Центральная Рада провозгласила создание Украинской Народной Республики, пока что в федерации с Россией. Объявить полную независимость не решились. Рада готовилась сбросить большевиков, чтобы стать единственной властью в Киеве. Здесь назревал новый конфликт. Отказалась признать большевиков и область войска Донского. Казачий атаман Алексей Калидин объявил, что впредь до восстановления законности правительство области войска Донского принимает на себя всю полноту власти. Его поддержали и другие казачьи области – Кубанская, Терская, а также калмыкии и горцы Северного Кавказа. Здесь на юге начали собираться силы, которые составят основу добровольческой или белой армии. Еще одним центром сопротивления советской власти могла стать армейская верхушка при ставке Верховного Главнокомандования. В белорусский Могилев, где находилась ставка, съехались из Петрограда многие политики и общественные деятели. Шли постоянные заседания, сочинялись проекты. Пост главнокомандующего в это время не занимал никто. Его обязанности временно исполнял генерал-лейтенант Николай Духонин. Но он был не политиком, а лишь добросовестным офицером. В гражданское противостояние генерал вмешиваться не желал. Он лишь пытался сохранить остатки армии, чтобы противостоять немецким войскам. К большевикам он относился отрицательно, но воевать с ними и создавать новое правительство не собирался. Духонин ограничился призывом к войскам сохранять спокойствие и сдерживать врага. Но даже такая умеренная позиция не спасла генерала. 9 ноября Ленин в телефонном разговоре потребовал от Духонина вступить в мирные переговоры с немецким командованием. Генерал ответил, что этим должен заниматься не он, а правительство. В ответ Духонина объявили врагом народа. Да вы, батенька, враг народа. Ленин разослал телеграмму по всем частям русской армии. Солдатам предлагалось взять дело мира в свои руки и начать переговоры с противником. Духонина отстранили от должности и приказали ожидать прибытия нового начальства, а на его место назначили большевика Крыленко. Так верховным главнокомандующим русской армии стал прапорщик, самый низший из офицерских чинов, к тому же долго уклонявшийся от военной службы. С отрядами революционных матросов и солдат Крыленко отправился в Могилев. Тем временем Духонин готовился сдать командование. Одним из последних приказов он освободил арестованного генерала Корнилова и его соратников из Быховской тюрьмы. Бывшие узники отправились на Дон, где собирались силы для сопротивления большевикам. Духонин также распорядился вывести из Могилева войска ударных батальонов. Их командиры хотели защищать ставку и дать отпор большевикам, но Духонин сказал: «Я не хочу братоубийственной войны. Тысячи ваших жизней будут нужны родине». Понадобится нашей родине. Спасибо, господа.
20 ноября эшелоны с большевистскими отрядами прибыли в Могилев. Первым делом Крыленко арестовал Духонина. Николай Николаевич, вы знаете, кто я такой? Генерал-лейтенанта доставили в вагон нового главнокомандующего прапорщика. В это время туда ворвалась группа солдат, угрожая обоим оружием. Обезумевшая толпа вытащила последнего командующего русской армией из вагона. Поводом для расправы стало известие об исчезновении Корнилова. Духонина искололи штыками, после чего долго глумились над мертвым телом. Крыленко помешать самосуду не сумел. Толпа разыскивала жену Духонина, чтобы расправиться и с ней, но дома ее не оказалось. Несчастная женщина находилась в церкви, что и спасло ей жизнь. После разгрома Ставки большевики приступили к переговорам о мире. Германцы и австрийцы, измученные войной на несколько фронтов, против мира не возражали. Но, чувствуя свое преимущество, они выдвигали свои условия. Мирная конференция началась в декабре 1917 года. Местом проведения переговоров стал занятый немцами город Брест-Литовск. В состав советской делегации вошли 5 членов ЦИК во главе с большевиком Адольфом Йоффе, 8 членов военной делегации, секретарь, 3 переводчика, 6 технических сотрудников, а также 5 рядовых членов делегации – матрос Олич, солдат Беляков, калужский крестьянин Сташков, рабочий Обухов, прапорщик флота Зедин. Для русских офицеров эти переговоры были позором. Входивший в военную делегацию генерал-майор Скалон застрелился в первый же день прибытия в Брест-Литовск. В предсмертной записке, адресованной жене, генерал написал: «Прощай, дорогая, ненаглядная Анюта. Не суди меня. Прости. Я больше жить не могу». Революция захлебнулась в войне и в конце концов была вынуждена склониться униженно и опозориться перед германским империалистическим кулаком, уступив ему беспрекословно громадные русские территории. Заключить мир были готовы все стороны. Но на каких условиях? Германская империя предъявила неслыханные требования – отдать ей территории, которые к этому времени были заняты немецкими войсками. Параллельно немцы начали переговоры с Украинской Центральной Радой о фактическом присоединении земель Украины. Большевики вернулись в столицу для консультаций, но и сил для сопротивления у них не было. Русской армии больше не существовало. Очевидец тех дней вспоминал: «Никакой армии нет. Товарищи спят, едят, играют в карты, ничьих приказов и распоряжений не исполняют. Средства связи брошены, телеграфные и телефонные линии свалились, и даже полки не соединены со штабом дивизии. Орудия брошены на позициях, заплыли грязью, занесены снегом». А Ленин требовал мира любой ценой. В конце декабря делегация большевиков вернулась в Брест-Литовск и продолжила переговоры. За 300 лет правления династии Романовых территория Российской империи только увеличивалась. Даже после поражения в войнах Россия ни разу не уступила ни пяди своих земель. Брестский мирный договор между Россией и Германией, подписанный по настоянию Ленина 3 марта 1918 года, ратифицирован 16 марта, состоял из 14 статей. В частности, в нем говорилось: «Россия производит полную демобилизацию своей армии. От Советской России отходят Польша, Литва, Курляндия, Лифляндия и Эстляндия. В руках немцев остаются районы, занятые германскими войсками на момент подписания договора. Украина и Финляндия признаются самостоятельными государствами. Россия уступает Турции Карс, Ардаган и Батум». В результате Россия теряла территорию площадью 780 тысяч квадратных километров с населением 56 миллионов человек. Треть населения Российской империи. Здесь находились 27% обрабатываемой сельскохозяйственной земли, 26% всей железнодорожной сети,
выплавлялось 73% железа, добывалось 89% каменного угля и изготовлялось 90% сахара. Год 1917 подходил к концу. Выступая на 7-м съезде Российской коммунистической партии, Ленин, оправдывая Брестский мир, говорил: «Никогда в войне формальными соображениями связывать себя нельзя. Договор есть средство собирать силы». А пока большевики собирали силы, между их сторонниками и противниками уже шли бои – на Дону, в Сибири, в Крыму. На Украине большевики и Центральная Рада уже вели настоящую войну. Там, где боевых действий не было, орды вооруженных дезертиров сметали все на своем пути, возвращаясь с фронта. От страны отпадали целые регионы. Свою независимость провозгласила Финляндия. Об отделении заявила Литва. О самостоятельности говорили в Закавказье. Страну захлестывал хаос. Этот хаос привел большевиков к власти, но теперь он же грозил им гибелью. Для борьбы против покушений на советскую власть при Совнаркоме была создана ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ее председателем стал Феликс Дзержинский. На первых порах ВЧК действовала почти бескровно. У тех, кого объявляли врагами народа, только отбирали продовольственные карточки или лишали имущества. Террор и насилие списывались на отдельные эксцессы или на ярость угнетенных народных масс. Последней надеждой тех, кто еще ожидал восстановления порядка в стране, было предстоящее заседание депутатов Учредительного собрания. Какой станет бывшая империя? Республикой? Монархией? Даже большевики, совершая новую революцию, утверждали, что их задача – защитить выборы в учредительное собрание, которые, по их словам, пытался сорвать Керенский. Но Ленин с властью расставаться не собирался. Он не напрасно торопил своих соратников совершить большевистский переворот в октябре, до начала работы учредительного собрания. Вождь большевиков рассчитывал на два варианта развития событий. Либо большевики получают большинство голосов в результате выборов в учредительное собрание, либо, находясь к этому времени у власти, отменяют все решения учредительного собрания и разгоняют его с помощью оружия. После захвата власти необходимость в учредительном собрании для Ленина и его соратников отпала. Но отменить выборы они не решились. Идея учредительного собрания пользовалась в народе огромной популярностью. От него ждали чуда и избавления страны от бед. Как и было установлено, выборы делегатов прошли по всей стране 12-14 ноября 1917 года. Благодаря комиссии все выборов проведены они были организованно и в оговоренные сроки. За неделю до выборов Ленин выпустил декрет о введении государственной монополии на объявления. Это серьезно затруднило агитационную кампанию противников большевиков. Ленин пытался организовать давление на все выборы, а после отказа комиссии сотрудничать фактически распустил ее. Однако, несмотря на все ухищрения, большевики выборы проиграли. В голосовании приняли участие 48 401 962 человека. Социалисты-революционеры получили 39,5% голосов. Большевики – 22,5%. Конституционные демократы, кадеты – 4,5%. Однако всю фракцию кадетов Ленин приказал арестовать как врагов народа. Остальные голоса разделились между другими партиями, религиозными конфессиями и общественными организациями. При таком результате голосования Ленин и большевики обязаны были в день открытия учредительного собрания передать в его руки всю власть, а сами уйти в отставку. Но этот исход Ленина не устраивал. Января 1918 года в Таврическом дворце учредительное собрание открыло свое первое заседание. Накануне большевистские делегаты устраивали митинги и агитировали против собрания. Ленин и его товарищи не жалели сил и средств на преданные им воинские части.
Наиболее надежными считались латышские стрелковые полки, где большинство солдат плохо говорило по-русски и потому не поддавалось агитации. Латыши держались обособленно, были дисциплинированы и хорошо вооружены. Большевики регулярно выдавали им жалования и обеспечивали продовольствием. Часть латышских стрелков с осени 1917-го находилась в Петрограде. За несколько недель до начала работы учредительного собрания Ленин выделил наркому по военным делам 10 миллионов рублей на организацию отрядов из рабочих. 30 декабря он отдал приказ сформировать отряд матросов численностью 2000 человек и вызвать с фронта дополнительно два полка латышских стрелков. Противники большевиков проводили манифестации, но войска большевиков открыли по ним огонь. Несколько десятков человек погибли. Собираясь в Таврический дворец, делегаты учредительного собрания запасались свечами и бутербродами. На тот случай, если власти отключат электричество или делегатов не станут кормить. Председателем избрали заклятого врага большевиков Виктора Чернова. Ленинские делегаты свистели и улюлюкали, не давая вести собрание. Сам Ленин ходил между кресел. Затем сел на ступеньки, ведущие к трибуне. Что-то писал, смеялся над выступающими и всем своим видом показывал, что он здесь хозяин. Лизяков! Чего? Значит так, через 20 минут лавочку закрыть. Во время перерыва большевики покинули заседание. Павел Дыбенко отдал приказ матросам разогнать депутатов силой оружия, но Ленин отменил это указание. Лишь в 5:00 утра по его распоряжению начальник охраны, подвыпивший матрос-кочегар Железняков, подошел к трибуне и сообщил Чернову. Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседаний, потому что караул устал. Делегаты негодовали, но им пришлось разойтись. Они постановили собраться следующим вечером. Однако вечером у Таврического дворца их ждал заслон из матросов и латышских стрелков. Двери дворца были закрыты, а на делегатов нацелены пулеметы и несколько пушек. Собранию пришлось разойтись. Спустя несколько дней большевики опубликовали в газетах декрет о роспуске учредительного собрания. Так была уничтожена последняя надежда народа на справедливое решение его будущей судьбы. В истории русской революции была поставлена точка. Февраль 1917 года. В стране, которая уверенно приближалась к победе в войне, начались демонстрации из-за того, что в Петрограде появились очереди за хлебом. Уже через 9 месяцев государство фактически не существовало. В России шла гражданская война. Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года. Россия же еще целых 5 лет будет погружена в гражданскую войну, одну из самых страшных в истории страны. Если Первая мировая унесла жизни 1 700 000 граждан России, то в годы гражданской войны, развязанной Лениным, погибло от 8 до 13 миллионов человек. Судьба большинства героев революционной драмы 1917 года сложилась трагически. Ленин продолжал руководить советским государством. Он пережил инсульт и к концу жизни был почти полностью парализован. В 1924 году скончался в возрасте 53 лет. Троцкий, подписавший Брестский мир, стал одним из организаторов Красной армии, но после смерти Ленина проиграл борьбу за власть. В 1926 году был изгнан из СССР. Спустя 11 лет убит в Мексике агентом НКВД.
Антонов Овсеенко, арестовавший Временное правительство, а также его соратники по совнаркому Крыленко и Дыбенко, занимали высокие посты в Красной армии и Советском государстве. Все трое были расстреляны в 1938 году. Матрос Анатолий Железняков, разогнавший учредительное собрание, был убит в годы Гражданской войны. Лавр Корнилов возглавил добровольческую армию, предпринял наступление против большевиков, известное как «Ледяной поход». Погиб в марте 1918 года. Петр Краснов участвовал в Гражданской войне, затем эмигрировал. В годы Второй мировой войны сотрудничал с гитлеровскими властями. Поддержал германскую агрессию против СССР. После войны взят в плен и в 1947 году повешен по приговору суда. Александр Керенский покинул Россию. Жил в Париже, затем перебрался в Америку. Умер в возрасте 89 лет. Православные священники отказались его отпевать, сочтя виновным в трагедии, случившейся в России. Философ и историк Борис Яковенко так и не вернулся на родину и окончил свои дни в Праге в 1948 году. Его книга «История Великой Русской Революции» будет издана в Германии со следующим вступлением. «Посвящаю этот труд покойной матери моей, с которой вместе всю жизнь мы помышляли о Великой Революции, потом тревожно и горестно переживали ее, потом кляли и оплакивали, но все же сумели понять и простить».